Уважаемые коллеги, позвольте предоставить слово Измайлову Адалию Альбертовичу, методы лечения локализованного рака предстательной железы в Республике Башкортостан. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну да, чтобы подобраться вот к этой теме, нашей очень интересной, надо сначала немножечко осветить общую ситуацию по Республике Башкортостан, по лечению, методам лечения локализованных, место распространенного рака. Так как рак имеет прогрессивное течение и проходит обязательно все эти стадии. Но вот по актуальности, да, почему этой проблемой мы интересуемся? Потому что у нас рак предстательной железы, он находится примерно посередине, да, и даже ближе вот к тем нозологиям, которые требуют особого внимания. Если по коже молочной железы мы видим, что там на четвертой стадии минимальное количество пациентов диагностируется, то начиная с вот этой локализации рака предстательной железы, у нас растет количество во всем мире пациентов, выявленных на последних стадиях. А мы знаем, что эти стадии лечить намного дороже, чем первая и вторая стадия, ну и прогнозы, соответственно, у этих пациентов лучше, хуже, чем выявленных на ранних стадиях. Ну, по структуре заболеваемости пока данные 2021 года у нас официально есть. Рак предстательной железы в структуре у нас находится на 5-м месте и на 6-м месте в структуре смертности от онкологических заболеваний. Обратите внимание на эти цифры. Мы видим, как падает в последние годы количество впервые выявленных случаев рака предстательной железы. Это, конечно, связано прежде всего с эпидемией COVID, но в 2022 году, по данным 2022 года, мы уже получим с вами рост. И я надеюсь, что мы приблизимся к цифре впервые выявленных к 2019 году, порядка 1000 у нас в республике будет выявлено, ну и, соответственно, порядка 45 тысяч в Российской Федерации. Диспансеризация восстановилась, простат-специфический антиген сдают наши жители, наши граждане Российской Федерации, поэтому это вырастет. Но обращает на себя внимание, что несмотря на то, что у нас количество впервые выявленных-то уменьшалось, у нас количество состоявших на учете, оно даже в абсолютном числе росло. И мы видим эту тенденцию как в Российской Федерации, так и в Республике Башкортостан. И количество наблюдавшихся 5 лет и более тоже увеличивается. Это связано прежде всего с тем, что мы научились наконец-то лечить уже не только локализованные формы рака предстательной железы и место распространенные, но и диссеминированные. И гормон-чувствительные метастатические, и кастрационно-резистентные метастатические раки предстательной железы. Причем мы научились лечить их так, что сохраняем этим пациентам довольно-таки приемлемое качество жизни, и пациенты, несмотря на то, что имеют четвертую стадию рака предстательной железы, они полноценно живут, они ходят на работу, вот, получая свои там таблетированные гормональные препараты. И ну, не очень, конечно, приятно, что растет количество выявленных на четвертой стадии. Мы видим, что в 2019 году в республике их было 16, и мы гордились этим процентом. То в 2021 году это уже 22%. Возможно, в 2022 году тенденция сохранится, а возможно нет. Посмотрим, что нам покажут цифры. И вот, что касается локализованных, местораспространенных форм рака предстательной железы, на данном слайде представлен метаанализ по выживаемости без биохимического прогрессирования, вот, канцер специфическая, общая выживаемость, в зависимости от тех методик лечения, которые применялись, именно радикального лечения, которые применялись у данных пациентов. И мы видим, что, в принципе, нет никакой значительной разницы при применении различных методик, поэтому нужно лечить пациента всеми возможными методами, но с учетом определенных показаний, с учетом индивидуальных особенностей течения вот этого процесса, наличия или отсутствия сопутствующей доброкачественной гиперплазии предстательной железы, только после оценки уродинамики и так далее.
Из хирургических методов лечения классическая простатэктомия, она в различных вариантах возможна, как открытые, типа зоделонные, промежностные, лапароскопические, роботоассистированные варианты операции, лучевая и дистанционная лучевая, и брахитерапия высокодозная, низкодозная брахитерапия, и, конечно же, стереотоксическая. Вот мы в республике гордимся, что у нас уже 11 лет работает кибернож, и мы прекрасно лечим наших пациентов с применением вот этой методики. Ну и имеют место и другие, наверняка, экспериментальные методы лечения. Из всех вот этих экспериментальных методов лечения в республике мы применяли криоабляцию предстательной железы, это 3 пациента. Вот результаты я позже скажу. Хирургическое лечение, оно доминирует, больше 50% занимает в лечении наших пациентов. Порядка 41% мы лечим с помощью всевозможных методов лучевой терапии. И комбинированное лечение первично у нас получает порядка 6% наших пациентов. Это по данным 2021 года. Вот интересный тоже слайд по стоимости различных методов лечения. Это важно не только врачам, онкологам, но и организаторам здравоохранения, чтобы понимать при одних и тех же результатах, сколько мы платим или государство нам платит за лечение этих пациентов. Вот лапароскопическая радикальная простатэктомия. Если мы пациента оформили по ОМС, мы получим 124 000 рублей. Если у нас есть дополнительные квоты, выделило нам государство вот ВМП, то за эту же операцию, то же самое проведенное, мы получим уже в 2 раза больше, 245 000 рублей. Вот, ну, непонятно, как это разумно трактовать, но вот так вот оно у нас в Российской Федерации складывается. У кого есть квоты, тот получает за то же самое в 2 раза больше. Робот-ассистированная радикальная простатэктомия, государство нам ее оплачивает в размере 316 000 рублей. Лучевая терапия по ОМС, в круглосуточном стационаре. Один больной нам обходится 84 000, в дневном стационаре 72 000 рублей. Контактная лучевая терапия, это низкодозная брахитерапия, она наиболее дорогая, и государство нам как бы возмещает 478 000, это затраты на лечение больного. И вот у нас в республике, это сверхбазовое, конечно, финансирование в рамках ОМС, если мы лечим пациента на киберноже, на таком стереотоксическом роботе, то получаем за этого пациента 292 000, но в рамках сверхбазового, конечно же, финансирования. Вот такая динамика у нас в республике, методик, применяемых для радикального лечения наших пациентов, хирургического именно. Мы видим, что до 2018 года развитие шло и лапароскопических, прежде всего, методик, и потихонечку уменьшалось количество открытых операций, вот, зоделонных простатэктомий. В 2018 году у нас появился первый робот Da Vinci, которых сейчас уже 2. Они стоят у нас в соседней нашей клинике БГМУ, клинике нашего альма-матера, нашего вуза. Вот, и успешно работают как на онкоурологию, так и по другим хирургическим специальностям. И вот мы видим, с 2018 года просто идет рост выполненных робот-ассистированных радикальных простатэктомий, вот, до 2020 года. И на 2020 году, так, 2020-2021 год стабилизация, порядка 200 операций вот, робот-ассистированных. Но вместе с тем, не везде стоят эти роботы, а пациентов действительно много первичных. И эти операции еще выполняются лапароскопически на базе онкологического центра, нашего онкологического диспансера. Мы видим, что в 2021 году 106, в 2022 году получим тоже небольшой рост, порядка, наверное, 120 у нас будет лапароскопических радикальных простатэктомий, выполненных на базе онкологического диспансера. Вот здесь характеристика пациентов представлена, прооперированных наших. На что стоит обратить внимание? Ну, вообще, вот чем
хороший хирургический метод лечения тем, что мы имеем, конечно же, послеоперационное патоморфологическое исследование, так называемая послеоперационная гистология. И, к сожалению, она не всегда совпадает с теми данными, которые мы имеем до операции. Это, значит, данные мультипараметрического MRI, данные биопсии предстательной железы, фьюжн биопсии предстательной железы, которую широко мы выполняем как в онкодиспансере, так и в клинике по ГМО для диагностики этого заболевания. Но вот мы видим, что проанализировав за 3 года 602 прооперированных пациента, видим, что из низкого риска 4,3% пациентов перешли в группу промежуточного высокого риска. То же самое произошло и с группой промежуточного риска. То есть из более благоприятных пациентов, которых мы оцениваем до операции, после операции, после оценки, после операционной гистологии, пациенты переходят в более неблагоприятные группы. Вот. Ну и, соответственно, меняется тактика их последующего лечения, наблюдения, применяются различные адъювантные методы лечения. Я не буду останавливаться на преимуществах. Конечно же, наиболее лучшей и современной методикой является это робот-ассистированная методика выполнения простатэктомии. Один недостаток – это нужен робот, и это дорого. Все остальное – это только преимущество, конечно. Но учитывая, что не все учреждения могут позволить себе содержать вот такое робота, то нужно, конечно же, осваивать в России особенно лапароскопические методики. Они незначительно уступают роботоассистированным методикам, и в хороших, в принципе, руках они практически идентичны, но для этого нужна более длительная кривая обучения для того, чтобы получить те же самые результаты, оперируя лапароскопические, которые имеются при роботоассистированных операциях. Вот тут данные позитивного хирургического края. Мы видим, что в принципе у нас вот на данный момент цифры довольно-таки низкие. Мировые данные, они другие. С чем это связано, сложно сказать, но с развитием патоморфологической службы частота выявления позитивного хирургического края, она, конечно же, увеличивается. Вот. И опять же мы видим, что у нас довольно-таки по нашим данным низкие показатели лимфогенных поражений, то есть метастазов в удаленных лимфатических узлах. При высоком риске цифра должна от 20 до 30% колебаться. Но, возможно, есть какие-то вот недоработки пока в патоморфологической службе. Она у нас развивается. И я думаю, при анализе следующей популяции мы будем иметь немножечко другие цифры как по хирургическому краю, так и по метастазам лимфатические узлы. Здесь те осложнения, к сожалению, любая хирургия, она всегда грозит осложнением пациента. Это и склерозы шейки, или стриктуры анастомозов. Они примерно в одинаковом количестве случаев как при роботоассистированных, так и при лапароскопических простатэктомиях. И, конечно же, это значительно меньшее число. Вот у нас нет возможности проанализировать открытые простатэктомии, но поверьте, при открытых количество склерозов шейки или стриктур анастомозов значительно больше, так как анастомозы выполняются непрецизионно, вслепую. Несостоятельности анастомозов, они были и будут связаны, они, наверное, не с хирургической, сколько техникой, сколько состоянием ткани пациента с правильными показаниями к выбору хирургического метода лечения. Вот повреждения прямой кишки, они тоже встречаются, к сожалению, вот за последние 3 года при выполнении лапароскопической простатэктомии было повреждение прямой кишки, при роботоассистированных уже их нет. Но это тоже неприятное, довольно-таки такое осложнение. Ну и перитониты. Перитониты – это, как правило, мочевые перитониты. Они, видите, коррелируют с несостоятельностями анастомозов. Так как лапароскопические сейчас простатэктомии 80%, а роботоассистированные практически 100%, они выполняются через живот.
Да, значит, поэтому при несостоятельности анастомозов возникает такой мочевой перитонит, и легко лечится, легко дренируется, ставится трубочка просто в живот. Если необходимо, ставится цистостома, и пациент выздоравливает получно. Главное вовремя поставить диагноз и понять. Стандартный метод лучевой терапии – это дистанционная, внутритканевая терапия, брахитерапия высокой мощности, низкой мощности, ну и различные методы сочетанной лучевой терапии. Конечно же, мы благодарны нашему правительству и вообще вот этой программе борьбы с онкологическими заболеваниями. Только у нас в республике, в диспансере сейчас на данный момент стоит 5 линейных современных ускорителя, позволяющих выполнять даже стереотоксические методы лечения. Практически делают то же самое, что раньше мы делали на киберноже. И в этом году мы еще один линейный ускоритель устанавливаем. Поэтому простор и развитие для радиологов, конечно же, огромное. Мы выполняем, но, к сожалению, мы все меньше и меньше выполняем внутритканевую брахитерапию, низкодозную, с применением источников йода. Лечим наших пациентов с использованием киберножа. Низкодозной брахитерапии мы потихонечку отказываемся и планируем, если все будет нормально и все-таки придут к нам расходные материалы в этом году, запустить высокодозную брахитерапию, как менее затратную и одинаково эффективную. И динамика лучевых методов лечения. Мы видим, что растет количество пациентов, пролеченных с использованием дистанционной лучевой терапии. В 2021 году это 160 первичных пациентов, а с теми, которые пошли по поводу рецидивов там местных или в адъюванте, которые получили лучевую терапию, 197 пациентов прошли. Брахитерапия, количество у нас уменьшилось. Пик был в 2019 году, 75 выполнено было пациентов пролеченных. И мы видим, что в 2021 году это всего лишь 8 пациентов у нас пролеченных. До определенного уровня у нас дошло количество пациентов, пролеченных с использованием технологии кибернож, кибернев, и в 2021 году это 72 человека. В принципе, мы довольны этой методикой при правильном отборе, при хорошей аэродинамике, при лечении пациентов промежуточного и низкого риска. Эта методика хорошо себя зарекомендовала и показывает просто такие замечательные результаты. Криоблация предстательной железы – это 3 пациента всего. Сразу скажу, что первый пациент спрогрессировал через 6 месяцев после проведения процедуры. Все пациенты были низкого риска, которых мы брали на криоблацию. Второй пациент у нас, к сожалению, погиб от сопутствующих заболеваний. И третий пациент, он через 5 лет после проведения процедуры, он вернулся с рецидивом к нам заболевания, начался рост ПСА после перенесенного ковида, мы сделали биопсию, подтвердили у него рак и выполнили спасительную простатэктомию, причем технически она выполнялась очень легко, как будто бы не было абсолютно никаких манипуляций. На данный момент он у нас под наблюдением, в динамике мы пока наблюдаем, к сожалению, рост ПСА в сотых. Будем дальше за ним наблюдать, если дойдет до 0,2-0,3, будем им заниматься. Таким образом, это все, что мы используем для лечения локализованных и местно распространенных раков в нашей республике. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, готов ответить. Спасибо большое, Адальбертович. Александр Валерьевич, а можно я перебью и воспользуюсь правом? Задам Адель Альбертовичу вопрос непосредственно. Адель Альбертович, вопрос, можно сказать, такой от представителя диагностического звена. К вам, как одновременно где-то и узкому специалисту, и уже как организатору здравоохранения. Рак предстательной железы в целом, его отличие от других нозологических форм, по-вашему, это более контролируемое заболевание или более благодарное? По-вашему, за что можно изучать, копаться в различных формах
рака предстательной железы, там, да, вот даже в чем-то и увлекаться этой нозологией. Вот лично ваше мнение, такой пока общий вопрос. Я считаю, что рак предстательной железы – это контролируемое заболевание. Это действительно всегда возникают споры, нужен ли скрининг рака предстательной железы, да, особенно по данным вот американских исследований, европейских, но не надо забывать, что все эти исследования они проводились в тех условиях, когда пациент мог зайти в любой супермаркет и сам сдать кровь на простатспецифический антиген. Мы же вот видим, как резко изменилась ситуация, когда в программу диспансеризации было включено и увеличено количество определений простатспецифического антигена. То есть это все на наших глазах произошло. Сначала мы не понимали, да, что с этими делать пациентами. Служба была просто не готова, как урологическая, так и онкологическая. Но не секрет, что вот все эти радикальные методы лечения, они выполнялись в основном либо в федеральных центрах, либо чаще наши пациенты ездили в Европу или в Израиль для выполнения этих операций. Но не готова была система к этому. И прежде всего система не была готова к даже диагностике морфологической. То есть нам приходилось, вот мой период в республике по Уфе делать приказ, когда я был тогда главным урологом города Уфы, для маршрутизации всех пациентов с повышенным уровнем простатспецифического антигена в клинику БГМУ уфимских, для того, чтобы произвести им полифокальную функциональную биопсию предстательной железы. Ну, делалось это все. Но вот работа эта наша, она не прошла даром, и мы сейчас видим, что практически во всех городах республики выполняется эта процедура диагностическая, и даже в двух центрах, вот наш диспансер и клиника БГМО на 3 года практически раньше начали, выполняется фьюжн биопсия предстательной железы, то есть более современная, более локальная. Вот, поэтому, еще раз я говорю, этой нозологией нужно заниматься. Мы видим, что она очень, очень похожа по картинке к колоректальному раку. А мы знаем, что скрининг колоректального рака, он оправдан. Он, по данным европейских исследователей, в общем-то, и публикации даже американцев, в принципе, скрининг колоректального рака, он оправдан. И по картинке мы видим, что рак простаты похож, и я думаю, что вот то, что сейчас называется диспансеризация, это и есть элемент скрининга рака предстательной железы. Ну и мы видим по, конечно же, по стоимости. Чем больше выявляем пациентов на начальных стадиях, тем дешевле эти пациенты обходятся системой здравоохранения. Но что там эти 50 тысяч, да, или 70 тысяч, лучевая терапия проведенная с хорошими, с прекрасными результатами, как вы видели, из представленных мета-анализа, по сравнению с теми 250 тысяч на месячный курс таблеток, которые мы будем тратить уже на пациента с более прогрессивной стадией. Но с другой стороны, мы видим, что наши пациенты, видите, как живут. Они живут, несмотря на то, что COVID там, и так далее, у нас они на учете стоят, они ходят, они бегают. Раньше, ну, это просто небо и земля, глаза радуются, когда видишь больного 4-й стадии, который прибегает там получить дневной стационар своей таблетки и бежит, спешит продолжить свою там трудовую деятельность. Поэтому от прогресса не остановишься. Контролируем. В общем, контролируем заболевание. Надо им заниматься. Спасибо. Да, Адель Ильич, позвольте, я зачитаю вопросы из чата. У вас только из вашего региона пациенты получают лечение или другие тоже? Нет, у нас получают лечение. Вот если взять наш онкологический диспансер, то у нас получают лечение из других регионов, но требуется направление 057 для того, чтобы потом мы могли межтерриториально вот эти расчеты все провести. Что касается клиники БГМО и роботоассистированных операций, то она федеральная. Там не нужно никаких направлений, там 057 и так далее. А нет, нужно направление, да, но у них нет никаких взаимных расчетов, они финансируются напрямую из федерального фонда,
Поэтому им абсолютно все равно, какого пациента прооперировать с использованием вот, робота Da Vinci. Поэтому, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, направляйте. Мой номер телефона напишите, запишите. Номер телефона Марата Фаязовича Урманцева. Давайте вот прям в конце все наши данные дадим в чате, ладно, Александр Валерьевич, чтобы могли созваниваться и направлять пациентов. Все пациенты получат помощь по ОМС, все пациенты получат абсолютно бесплатно эту помощь, как в лапароскопическом варианте, так и с использованием роботических технологий. Спасибо, Олег Альбертович. Еще один вопрос. Наши коллеги интересуются, с чем связано такое резкое снижение количества брахитерапии? Наверное, вопросы... Мы тоже до конца не могли понять. Наверное, вопросы финансовые. Вот. Дело в том, что вот эти квоты, они на брахитерапию, они есть только в федеральных клиниках. Они были у нас в клинике БГМО, а онкодиспансер... Мы их выполняли для того, чтобы поддерживать эту методику, но не имели никакого финансового покрытия. То есть за счет своих средств мы выполняли, закупали эти зерна. Никто нам никак их не оплачивал, этих пациентов пролеченных. Вот. Но с этого года у нас появился, с прошлого года появился аппарат для высокодозной брахитерапии. И в принципе, если бы вот не... наша вот эта беда, военная операция, мы бы в этом году сделали бы 30-40 пациентов, наверное, уже по высокодозной брахитерапии. Я еще раз говорю, она эффективнее, при той же эффективности она менее затратна для учреждения. И планы у нас были такие, в принципе. По клинике БГМО тоже сложно сказать, но вот видимо, все-таки роботоассистированные технологии, они потихонечку вытесняют эту брахитерапию, потому что те же самые пациенты идут, да, практически, наверное, с этим связано. Хотя точного ответа, наверное, никто не может дать, наверное, это жизнь. Это не только у нас происходит, мы общаемся со многими федеральными центрами, и вот во многих федеральных центрах то же самое, такая же тенденция. Уменьшается количество низкодозных пациентов, пролеченных с использованием низкодозной брахитерапии, потихонечку переходят, имея соответствующее оборудование, высокодозную брахитерапию. Спасибо большое, Андрей Альбертович, за интересный доклад и подробные ответы. Мы, наверное, продолжим. Слово предоставим следующему спикеру, Меньшиков Константин Викторович, роль герминальных мутаций в развитии рака предстательной железы. Пожалуйста, Константин Викторович. Ну, вот мой доклад, он посвящен лечению более таких продвинутых стадий рака предстательной железы. Это небольшой анализ тех тестирований на предмет наличия соматических герминальных мутаций у пациентов с раком предстательной железы в нашей республике. И прежде всего, конечно, я хотел бы сказать, что это доклад, естественно, работа не одного человека, это коллектива авторов. Под руководством и Адаля Альбертовича Измайлова, нашего главного врача, Александра Валерьевича, как главного, наверное, инициатора вообще вот таких широких молекулярно-генетических тестирований для пациентов с различными локализациями, в том числе, конечно, и рак предстательной железы. Возвращаясь к заболеваемости раком предстательной железы, прежде всего, у нас, конечно, да, есть снижение. Всего 819 пациентов было в 2021 году зарегистрировано с этим диагнозом. Эти данные Андрея Дмитриевича Каплина. Причем следует отметить, что, конечно, не все пациенты, они кандидаты на какие-то локальные методы лечения, на хирургический метод лечения, либо лучевую терапию. 22,6% пациентов имело четвертую стадию на момент установления диагноза. 60%, к сожалению, умерли на первом году жизни с момента установления диагноза. Причем хотелось бы отметить, что эти данные, в принципе, соответствуют общероссийским показателям и точно такие же показатели во всей Российской Федерации. У нас достаточно большое количество пациентов на первой и второй стадии выявляется, это 52,2%, но
22,6% это пациенты четвертой стадии. Также следует отметить, что на учете 5 и более лет состоит 2602 пациента, это 44,2%. Это свидетельствует о том, что те возможности лечения рака предстательной железы, которые сейчас существуют, они достаточно адекватны, и пациенты имеют возможность, практически половина больных живет 5 и более лет с момента установления диагноза. Ну, те факторы, которые связаны с повышенным риском развития предстательной железы, они прежде всего, конечно, в настоящее время не ясны. Чаще всего страдают пациенты старше 65 лет, не часто встречаются у мужчин в возрасте до 40 лет и более, у мужчин африканское происхождение, также, соответственно, более высокий риск развития рака предстательной железы. Постановки этого диагноза в более молодом возрасте, смерть от рака предстательной железы, в отличие от других этнических групп. Рацион питания, курение сигарет, это тоже, в свою очередь, является одним из факторов развития рака предстательной железы. Да, употребление красного мяса, молочных продуктов, курение, причем курение увеличивает риск смерти от заболевания в два раза. Ну и отдельным, скажем так, этапом это, наверное, наследственность и генетические факторы, семейный анамнез рака предстательной железы, риск рака выше у пациентов, имеющих родственников, у которых было диагностировано это заболевание, также повышает риск, это риск рака, наличие рака молочной железы у матери и наличие герминальных мутаций в системе генов HRR, включая БРСА, и эти мутации связаны с повышенным риском развития рака предстательной железы. Метастатический рак предстательной железы – это достаточно гетерогенное биологическое заболевание. По данным многих исследований, приблизительно у 90% с метастатическим кастрат-резистентным раком предстательной железы сигнальные пути, они содержат геномные аберрации, они затрагивают такие гены, как ПИК-3, ДДР, АР и гены сигнальных путей, связанных с регуляцией клеточного цикла. Вот это данные, которые были опубликованы в 2019 году и в многоцентровом исследовании результатов профилирования 150 образцов опухолевой ткани у пациентов с метастатическим кастрат-резистентным раком предстательной железы. Они представлены на слайде. Это путь WNT – это 18%, ПИК-3 – 49%, АР – 71% и клеточный цикл 32%. И в 23% мутации были выявлены в генах репарации ДНК. Тот текущий стандарт, который применяется для терапии метастатического кастрат-резистентного рака предстательной железы, он прежде всего включает новые гормональные препараты, которые влияют на сигнальный путь. И до настоящего времени нет препаратов, которые были бы зарегистрированы на биомаркеры и влияние на установленные дефекты сигнальных путей. Результаты нескольких крупных ретроспективных исследований установили связь между герминальными мутациями генов HRR и агрессивным течением заболевания. Вот на слайде слева представлены данные по размеру опухоли, по сумме по Глессону, и видно, что пациенты, которые носители мутации гена БРСА2, в частности, это было 67 пациентов, имели, во-первых, размер опухоли больше, чем для пациентов не носителей мутаций. Сумма по Глессону была также выше и достаточно статистически значима, 34% против 15%. Поражение лимфатических узлов было 6% против 1,6% для пациентов с локализованным местом распространенным раком предстательной железы. И справа на слайде стадия заболевания, очевидно, демонстрирует преимущество в плане тех пациентов, которые не являются носителями мутаций. Для носителей мутаций генов BRCA1-2 это было 28% с четвертой стадии, и только 13% тех, кто не имел мутацию в генах BRCA1-2. Медиана уровня простат-специфического антигена, она также представлена на слайде, и носители мутаций генов BRCA1-2 либо АТМ это было 7,9%. Нанограмм на миллилитр, тогда как в группе неносителей мутации этот показатель был 6,2 соответственно. Герминальные мутации гена БРСА2 могут оказывать отрицательное влияние на прогноз
метастатического кастрат-резистентного рака предстательной железы и прогностическая значимость других мутаций, она менее очевидна. Вот слева на слайде представлены данные о герминальных мутациях генов АТМ, БРСА1, БРСА2, и очевидно, что в группе тех пациентов, которые являются носителями, общая выживаемость значительно ниже. И медиана выживаемости обусловлена основным заболеванием для пациентов в группе неносителей мутации была 33,2 месяца. Наличие мутаций генов АТМ, БРСА1, БРСА2 23,3 месяца. Справа на слайде представлены данные, это герминальная мутация гена BRCA2, и, соответственно, медиана выживаемости для неносителей была такая же 33,2 месяца, но наличие мутаций в этом гене оно сопровождалось с общей выживаемостью в среднем 17,4 месяца. В какой момент следует направить пациента на тестирование? Вот здесь на слайде представлены данные. Да, на тестирование следует направлять пациента с метастатическим кастрат-резистентным раком предстательной железы. Те, которые ранее получали, либо получают сейчас новые гормональные препараты, это та когорта пациентов, где тестирование на наличие мутации, оно, наверное, принесет пользу пациенту прежде всего. Те данные, которые были получены в нашем онкологическом диспансере, это в период с 2020 по 2022 год, было произведено тестирование 144 пациентов с диагнозом метастатический кастрат-резистентный рак предстательной железы. 50 пациентов было протестировано в рамках клинического исследования АДАМ. Это 4 случая выявлено мутации. 33 пациента было протестировано в рамках программы РУСКО. 9 случаев мутации. И 61 пациент был протестирован в Республиканском медико-генетическом центре. Но это была методика ПЦР. И был выявлен один случай мутация. Те данные, которые мы имеем, у нас в 14 случаях было выявлено наличие мутации в генах HRR. Это составило 9,7%. 90,3% мутаций не было выявлено. И, собственно говоря, те что данные, которые мы имеем, это в 11 случаях мутация была соматическая, в 3 случаях тип мутации был герминальный. Это было подтверждено анализом по периферической крови. Вот, возвращаясь к исследованию ProFound, это приблизительно у 28% пациентов, те, которые участвовали в скрининге для этого исследования, у них были выявлены мутации в генах HRR. Причем у всех пациентов этот показатель был 27,9%, все первичные опухоли 27,2% и все метастатические опухоли 31,8%. Распределение по спектру мутаций представлен на слайде. Чаще всего выявлялась мутация в гене BRCA2 8,7%, реже BRCA1 1%, АТМ 5,9%, CDK12 6,3%, ЧК2 1,2%, соответственно. Причем изменение в нескольких генах было в 2,1%. При метастатическом раке предстательной железы она наблюдалась большая частота герминальных и соматических мутаций в генах репарации ДНК в сравнении с локализованным раком. Вот здесь представлен график. Это частота мутаций в генах репарации ДНК при первичном метастатическом заболевании в сравнении с локализованной опухолью. Для метастатического рака это было 27%, для первичной опухоли 10%. Мы же это тестировали в практически большинство это пациенты с метастатическим раком. И геномные нарушения механизмов репарации ДНК, соответственно, обнаружились в 27% для метастатического рака. Вот те наши данные, которые мы получили по распределению выявленных мутаций. Прежде всего, чаще 36% это была мутация в гене BRCA2, 29% BRCA1. И, соответственно, мутации в генах АТМ, ЧК1, RAD54L, RAD51B и CDK12 было по 7%, ну, по одному случаю. Какие возможности нам, собственно говоря, и предполагает вот это тестирование? Это прежде всего возможность использования
PARP-ингибиторов для лечения рака предстательной железы. У нас 6 пациентов с метастатическим кастрат-резистентным раком предстательной железы получали PARP-ингибиторы. В нашем случае это был алапариб. Средний возраст пациентов на момент начала терапии был 66,3 года. Все пациенты до начала приема PARP-ингибиторов получали препараты второго поколения. Это был энзалутамид, и в настоящее время два пациента продолжают терапию алапарибом, четыре вышли по прогрессии. И среднее количество курсов алапариба было 6. Ну вот, в следующих докладах Айдар Ильшатович у нас продемонстрирует клинический случай лечения пациента с герминальной мутацией алапарибом. Но, соответственно, у нас не такой большой опыт. 6 пациентов – это не так много, чтобы провести более детальный анализ, но в настоящее время мы все-таки стремимся накопить данные и уже продемонстрировать те более зрелые результаты. Ну и в заключение хотелось бы сказать, что в 9,7% случаев протестированных пациентов было выявлено наличие мутаций. Самым частым вариантом явилась мутация в гене BRCA2. 6 пациентов получали PARP-ингибитор алапариб. Выявление случаев герминальных мутаций, оно, по нашему мнению, это позволяет проводить прежде всего скрининг среди здоровых родственников носителей мутаций на предмет раннего выявления рака. Ну и еще раз в заключение хотелось бы, наверное, обсудить тот вопрос, что та разница между исследованием Profound, где было 28% мутаций, и в нашей рутинной клинической практике 9,7%. И хотелось бы на обсуждение вынести этот вопрос, почему такая разница и что нам сделать, чтобы повысить количество выявленных мутаций. Спасибо. Спасибо большое, Константин Викторович. Я думаю, вопрос напрямую адресу Марат Гордеевичу. Марат Гордеевич, как бы прокомментировать наши результаты? Результаты, конечно, интересные. Я вот с удовольствием Константина Викторовича послушал. Что касается его вопроса, тут, конечно, нужно сидеть, в общем-то, да, и, Александр Валерьевич, обсуждать, смотреть, какое распределение было по блокам, по крови, в общем, да, потому что частота разных герминальных, ну, каким методом, да, вот я все-таки увидел, что и ПЦР присутствовал. Ну, то есть эти результаты интересные, и, ну, прежде чем сделать выводы, нужно, в общем-то, проанализировать именно выборку. Какая. И действительно, все они были после там, линии, на, то есть отвечали или не отвечали, нужно посмотреть на гормонотерапию, да, то есть вот эту часть еще нужно посмотреть. Вот, поэтому спасибо большое. Я запомню, я думаю, к Константину Викторовичу еще обращусь к этому вопросу. Спасибо, так, есть над чем подумать. Да, уважаемые коллеги, еще есть вопросы? Ну, у меня вопрос да. К Константину Викторовичу. Скажите, пожалуйста, вот вы все-таки рассказали свой доклад через призму лекарственной терапии. Да, вот, там больше вот эта тема прозвучала и была открыта. Освещена. Все-таки в реальной клинической практике онколога, который работает в достаточно крупном специализированном учреждении, насколько можно к таким больным относиться как к представителям наследственно-онкологического синдрома? Есть ли инструменты и возможности, в принципе, реализовывать эту информацию вот на полную катушку? Маргарита, спасибо. Ну, вот по моему личному мнению, да, мы вот смотрим, конечно, как с точки зрения врача на пациента, да, нам нужно лечить конкретно взятого пациента, мы всегда хотим добиться более лучших результатов, общую выживаемость повысить, выживаемость без прогрессии. Но мне кажется, есть смысл выявлять вот этих пациентов с герминальными мутациями, чтобы их более, наверное, не их, а их родственников тщательно проводить скрининг и находить те раки, когда мы можем их прооперировать, как вот уже отметил в докладе Адаль Альбертович, когда мы можем легко и просто, не просто, конечно, да, но не тратя вот эти вот большие финансовые затраты на лечение этого пациента, а он получит локальный метод лечения и будет жить дальше. Вот это очень важный аспект. А насколько это возможно? Эти инструменты на сегодня есть? Вот это же дополнительная нагрузка на врача, да, который и так лечебной тактикой занимается в первую очередь. Ну, мне кажется, на этот вопрос Александр Валерьевич лучше ответит. У нас есть опыт тестирования пациентов, здоровых родственников, пациентов с герминальными мутациями.
На сегодняшний день, позвольте, я тоже слово возьму, наверное, это больше ответственность самого пациента или же здорового человека, носителя герминальных мутаций, проходить своевременно обследование, потому что проходить медосмотры, ну или же их связывать с кабинетом профилактики, который тоже есть во многих лечебных учреждениях, где пациенты могут наблюдаться. Можно этот вопрос, конечно, нужно этот вопрос поднимать и ставить вопрос об обследовании этих пациентов, чтобы на ранних стадиях выявлять данную патологию. Я думаю так. Айдар Ришатович тоже хотел задать вопрос. Или же, Марат Гардиевич, у вас еще будут вопросы? Спасибо. Спасибо. Я не то, что хотел задать вопрос, а ответить на вопрос вот Константина Викторовича. Потому что я же, ну, все вы знаете, что непосредственно набираю этих пациентов. Все вы работаете, Айдар Ришатович, да, у нас по мутациям герминальным. Да, и хотел бы вернуть тот слайд, который вот Константин Викторович показывал, где по-русски сколько человек выявлено. Объясню. У меня даже небольшой тезис был написан, который я не успел отправить на онлайн-марафон. То есть я разбирался этим вопросом, почему такой низкий процент. И вот хотел бы здесь озвучить свои выводы. Смотрите, вот если посмотреть на правый столбец, 61 пациент был направлен, мы исследовали только, направляли всех пациентов с поликлиники, с приема, и исследовали только версии 1 и 2. То есть все-таки у нас панель довольно-таки узкая была. Если посмотреть, вот 50 пациентов в рамках клинического исследования АДА, 4 случая у нас выявлены, но я сразу здесь скажу, что почти 30-40% пациентов лечились уже более 5 лет. То есть блоки были довольно-таки старые. А свежие блоки изготовить, взять биопсию, это довольно-таки трудоемко. Поэтому я считаю, что вот из 50 пациентов мы выявили только в 4 случаях. Если посмотреть, 33 пациента в рамках русской, которым мы отправляли, то здесь уже у меня была возможность более тщательный отбор проводить пациентов. То есть эти пациенты, которые имели какую-то отягощенность наследственную, у которых болели там бабушки, мамы, раком молочной железы. Это более молодые пациенты, которым не исполнилось еще 65 лет. И в-четвертых, это пациенты были с первично метастатическим раком. И поэтому выхлоп мы получили вот из 33 пациентов, мы 9 случаев выявили. Если 9 случаев разделить на 33, это получается 27%. То есть тот процент, который мы ожидаем увидеть. Спасибо большое, Айдар Ришатович, за подробный ответ и анализ полученных данных. Мы дальше от вас ждем результаты исследований. И тогда позвольте из чата задать вопрос. Вот наши коллеги интересуются. По вашим данным, при наличии мутаций, насколько раньше манифестируют рак предстательной железы? Айдар Ришатович, наверное, вы тоже подключились, Константин Викторович. Я опять-таки анализ проводил, и всего у меня получилось там около 180 случаев. И из всех этих пациентов, выявленных мутациями, у кого выявлена мутация, им было не более 62 лет. Вот еще раз, Александр Валерьевич, мне все-таки в этом вопросе, мне кажется, необходимо отметить, что пациенты, те, которые имеют герминальные мутации, вообще мутации в генах HR, они, конечно, ассоциированы с более таким агрессивным течением заболевания. Это более важное, чем время манифестации болезни. То есть мы не получаем того эффекта от опции терапии, который бы ожидалось. Спасибо. Это верно все сказано, Константин Викторович. Если вопросов нет, то позвольте продолжим мы. Следующий доклад. Марат Гордеевич Гордеев. Диагностическая тактика выявления наследственного рака предстательной железы. Пожалуйста, Марат Гордеевич. Ну, во-первых, мне хочется поприветствовать всех моих коллег из такого замечательного города, как Уфа. Мне всегда приятно с вами, коллеги, выступать и вместе проводить какие-то исследования, тем более опыт уже есть такой. Так что еще раз, в очередной раз добрый день или добрый вечер.
Касаемо этой темы, она действительно чрезвычайно интересна. И, в общем-то, интересно и заниматься этой формой наследственной, и, в общем-то, как рак предстательной железы, и проводить диагностику. Но если говорить о вообще диагностической тактике выявления наследственного рака предстательной железы, то хотелось бы, наверное, акцентировать и начать с общих понятий. Тем более, так или иначе, с клинической точки зрения, тема более-менее раскрыта. В общем-то, наиболее изученные и наиболее имеющие точки приложения в медицинской практике, если говорить о наследственных синдромах, это синдромы, ассоциированные с BRCA1, BRCA2 мутациями в этих генах. Белки, которые эти гены кодируют, играют чрезвычайно важную роль. Вот вы можете увидеть, ДНК в процессе развития любой нормальной клетки претерпевает постоянные ежеминутные различные повреждения. Это как разрыв цепи одной, потом повреждение связей, различные мутации, неправильно спаренные основания. За все за это отвечают определенные белки, да, вот, которые, так сказать, ДНК ремонтируют. Но есть наиболее тяжелые разрушения, такие как разрыв двухцепочных, разрывы ДНК. И здесь уже кроме БРК, вот этого белка, никакие другие вспомогательные механизмы не работают. Тут в основном только этот механизм срабатывает. И, соответственно, если по каким-то причинам этот механизм перестает работать, в силу того, что произошла мутация в этих генах, и белок становится неактивным или плохо работающим, происходит геномная нестабильность, и клетка с большой вероятностью превращается в онкологическую, меняет свой и фенотип, и генотип. Понятно, что если такая система дала сбой, то манифестация, она может быть разная. Допустим, у женщин, как правило, манифестирует этот синдром в рак молочной железы, в рак яичников, рак эндометрия, колоректальный рак, меланома, рак поджелудочной железы. У мужчин, в общем-то, ситуация такая же, но кроме, за исключением рака молочной железы и яичников, добавляется эндометрия, добавляется рак предстательной железы. Ну, в общем-то, каждая локализация опухоли связана с многочисленными наследственными синдромами, и в основе этого всего лежит то, что нарушила система репарации ДНК. А как она уже выстрелит у мужчины, допустим, да, в рак желудка или в колоректальный рак, или в рак предстательной железы, это уже вопрос, так сказать, так можно сказать, вопрос случая. И тестирование, опять же, да, вот то, что и Константин Викторович об этом говорил, тестирование наследственных синдромов, да, оно преследует две большие задачи. Первая задача – диагностика наследственных синдромов в плане индивидуализации терапии. На сегодня существуют достаточно эффективные PARP-ингибиторы, да, то есть те препараты, которые еще сильнее приводят клетку к дестабилизации, клетка в результате этого, не имея рабочего механизма БРК, клетка в результате этого погибает. Ну и раннее выявление рака другой локализации у тех, у кого есть уже манифестация. Да, вот никто. Вот и я расскажу несколько клинических случаев, когда у одного и того же человека, у мужчины, было несколько форм онкологии. И второй большой путь, в общем-то, да, и все страны рано или поздно к нему идут, потому что действительно группа высочайшего онкологического риска, как у женщин, так и у мужчин, это социальная значимость, профилактический мониторинг для выявления ранней стадии либо скрининга. Вот два таких кита, можно сказать, да, на котором держится генетическая диагностика наследственных мутаций. И если говорить о наследственном раке предстательной железы, да, то, во-первых, что можно сказать, ну, согласно открытым международным источникам, не так уж и редко рак, вот эти нарушения в генах репарации манифестируют в рак предстательной железы, да, BRCA1 мутации имеют 9% всех раков предстательной железы, соответственно, 15% всех раков предстательной железы имеют мутацию BRCA2. А кроме того, сам наследственный рак предстательной железы – это мультиген. Очень много закопано, так сказать, в кавычках, кроме BRCA1, BRCA2, мутаций, таких как ЧЕК2, АТМ наследственных, РАД, ПАЛ, БРИП и так далее. И, в общем-то, получается, что порядка 10, одного из 10 мужчин с метастатическим раком предстательной железы имеет ту или иную наследственное нарушение в генах репарации. Понятно, что все, наверное, выявить сложно, потому что она предполагает достаточно большую мультигенную панель, но основные
15-16 генов герминальных, да, которые отвечают за наследственный рак предстательной железы из исследования Profound, я думаю, можно выявлять согласно каким-то программам того же РУСКа. В общем, достаточно интересная нозология с точки зрения наследственных синдромов и достаточно нередкая, 9,15% соответственно. Но если мы берем, опять же, рекомендации некие, то вот метастатический рак с высоким или очень высоким групп риска рекомендуется смотреть вне зависимости от наследственного онкологического анамнеза или, в общем-то, и несмотря на то, есть там в роду родственники или нет. А вот если анамнез, если группа риска очень низкая или низкая, или благоприятный, промежуточный, благоприятная промежуточная форма, то здесь, конечно, нужно ориентироваться на наследственный онкологический анамнез или форму, или гистологическую формулу. В общем-то, такие же рекомендации, если мы говорим только о наследственной части, преследуют и наши мездравские рекомендации, которые тоже предполагают тестировать наногерминальные и носоматические мутации рак предстательной железы высокого, очень высокого риска. Что касается здоровых, это достаточно тоже интересная тема. Что с ними делать, да, если говорить об общих понятиях? Понятно, что их нужно тестировать в первую очередь тех людей, у кого отягощен онкологический анамнез, да, потому что в общей популяции эти мутации встречаются не так уж часто. И есть четкое понимание или парадигма, что с этими мужчинами в плане рака предстательной железы делать. Да, вот, и причем так интересно, вот новые данные, которые я лично для себя открыл недавно, мужчинам с мутацией БРК2 скрининг он немного отличается по временным интервалам от мужчин с мутацией БРК1. Да, но тем не менее, всем им с 35 лет, если мы говорим с 40 лет, если мы говорим о раке предстательной железы, каждый год предлагается проходить анализ крови на ПСА и пальцевое ректальное исследование, ну и консультация онколога. То есть вот этим вещи общие, они говорят о том, что, конечно, герминальная природа рака предстательной железы является важной частью этого заболевания в целом. Ну, этапы диагностики. Да, понятно, что здесь мы уже говорили и не раз, и будем еще говорить актуальность этих всех вещей. Понятно теперь, какую задачу ставит клиническое звено нам, диагностам. Ну, все начинается, наверное, с неких научных исследований, таких фундаментальных популяционных, и для того, чтобы выявить наиболее стандартные варианты, которые присутствуют в том или ином регионе в плане наследственных герминальных мутаций. Ну вот проект по изучению наследственных онкологических синдромов, который мы проводили 4 года назад, была выбрана достаточно большая когорта исследований больных, и здесь Республика Башкортостан сыграла достаточно значимую роль именно в этом плане. Этот проект задачи как раз и преследовал, чтобы понимать, с какими частотами мы имеем дело, с частотами патогенных вариантов и с частотами так называемых доброкачественных вариантов. И вот на этой панели которая практически анализирует все гены репарации, которые только есть, достаточно большая панель, состоящая из более чем 100 генов. Вот эту панель мы проанализировали, ну, мы брали, конечно, там и рак молочной железы, рак яичников, желудочно-кишечный тракт у всех больных, у которых есть анамнез. И 49 пациентов с верифицированным раком предстательной железы тоже попали в наше исследование. И из них мы порядка 26%, что соответствует исследованию Profound или соответствует данными по РУСКО, по Республике Башкортостан, мы нашли мутации в генах БРК1, БРК2, ПАЛ, ПТМ и РАД50. В общем-то, вот это все попало в открытую базу данных по частотам, да, которая помогает нашим коллегам, генетикам, в общем-то, правильно выставлять диагностику и верифицировать варианты, которые имеют клиническое значение. Ну и
в рамках этого исследования достаточно интересны были несколько клинических случаев, которые я хочу привести. Они все попали вот в этот проект. Пациент, 52 года, местно распространенная форма ракопредстательной железы. И очень такой интересный отягощенный анамнез. Во-первых, со стороны отца рак предстательной железы, у матери рак эндометрия. Родной брат этого пациента манифестировал в рак молочной железы, 54 года, достаточно редкая форма. И ну, пациент попал в это исследование сам, а во-вторых, он интересовался, мог ли, если у него есть мутация, мог ли он бы своим дочерям передать вот эти патогенные варианты. Но мы проанализировали это пациента на вот этой большой панели. И что выявили? Выявили мы две патогенные мутации, достаточно редкая и практически неописанная клиническая ситуация. Два патогенных варианта в генах BRCA2. Видимо, этот вариант он получил от матери. От отца. ERAD50, тоже патогенный вариант, был выявлен. И, скорее всего, этот вариант он получил от матери. Да, вот повреждены два механизма гомологичной рекомбинации, что привело, это отразилось на семейной истории, а во-вторых, к самому течению заболевания. Вот достаточно редко и достаточно интересно. Ни одна другая нозология, вот я, по крайней мере, нашел, чтобы два варианта были найдены в наследственном раке молочной железы, там, да, вот таких разных именно, или в колоректальном раке, а вот рак предстательной железы предполагает, видимо, такие повреждения механизмов тоже. Тоже клинический случай, пациенту 66 лет, мы причем его недавно описали в журнале «Онкоурология», в 2016 году был диагностирован рак предстательной железы. При повторном обследовании через пару лет было выявлено образование в левой молочной железе. Но в анамнезе рак молочной железы у матери отца, вот у бабушки. Причем гистологически гистологи нашли при раке молочной железы, выставили HER-отрицательный рак молочной железы, эстроген положительный, HER-отрицательный. Ну и если говорить о раке предстательной железы, то был выявлен глисон 8. Ну, такая достаточно агрессивная часть опухоли. И проанализировав, опять же, секвенирование последнего поколения, был идентифицирован патогенный вариант, который расположен в 11-м экзоне и приводит к сдвигу рамки считывания. То есть у этого пациента репарация за счет механизма BRCA2 была полностью подавлена, то есть она не работала. Но опять же, это все отобразилось именно в клиническую картину. У пациента был одновременно сначала был манифестирован рак предстательной железы, а потом рак молочной железы. Достаточно редкое состояние, в принципе, для мужчин, особенно если говорить о раке молочной железы. Ну и теперь пару слов мне хочется сказать о методологии тестирования. Да, вот базы данных, частоты, это все методы, они помогают нам интерпретировать. А здесь мы, в общем-то, выбираем ту методику, которая, в общем-то, опять же, уже непосредственного исследования мутаций, которая позволит выявить или не выявить мутацию, ну, решить поставленную задачу. Но мне хотелось бы начать с того, что существует два, как все уже, наверное, знают, два типа мутаций генов BRCA1, BRCA2. Мутация может быть герминальными или соматическими. И отсюда, если мутации герминальные, то мы тестируем всегда кровь, потому что наследственные мутации, они присутствуют во всех клетках организма, соответственно, даст в клиническом учреждении онкологического направления, допустим, типа, проще всего взять кровь. Да, это самая универсальная среда, и из ДНК лейкоцитов мы выделяем ДНК, из ядер лейкоцитов. А вот уже приобретенные мутации, такие как соматические, они находятся только в опухоли, и здесь мы работаем только с опухолевым материалом для того, чтобы определить соматическую мутацию, чтобы определить тактику терапии. Ну, исходя из этого, то есть мы разобрались, что для разных задач нужно разный вид материала смотреть. Опять же, мы начинаем смотреть от той методологии, которая сейчас есть в арсенале генетиков. Опять же, к большому сожалению, приходится констатировать, что несмотря на большие усилия практически всех генетиков, лидеров в этом направлении, происходит тестирование
наследственных онкологических синдромов именно ПЦР-анализом. Это очень замечательный метод, очень дешевый, имеет свои плюсы, простой в интерпретации, но, к большому сожалению, он абсолютно не подходит для диагностики наследственных синдромов. И это только в нашей стране по какому-то недоразумению этот метод начал применяться для решения этих клинических задач. При всех его плюсах этот метод может анализировать только 4-10 частых мутаций из более чем 3000 описанных патогенных мутаций в базах данных на BRCA1, BRCA2. И это только два гена, вернее, 4-10 мутаций в двух генах, а генах, как вы видите, в системе репарации более 100, может быть, да, и вот видите, какой процент ложноотрицательных вариантов может выдавать этот ген, что может приводить к достаточно плачевным ситуациям, особенно если мы говорим о наследственности. Безусловно, этот метод работает в анализе мутаций при раке легкого, колоректальном раке, но вот наследственный синдром, к большому сожалению, этим методом анализировать абсолютно нельзя. Ну и полногеномное секвенирование, очень принципиально тут его роль показана на этом слайде, что он анализирует все мутации сразу. Тут мы не можем уже пропустить что-то, если выполнены все этапы и хорошо проделан анализ. И вне зависимости от того, какая национальность пациент, какой национальности пациент принадлежит, в общем-то, все мутации будут проанализированы. Вот в этом его и плюсы этого метода. Ну и биоинформатика. Пару слов скажу, что, к большому сожалению, при всех плюсах секвенирования последнего поколения он имеет и минусы. Тут нужны достаточно мощные специалисты-программисты. Это первое. Во-вторых, к счастью или к сожалению, именно онкология дает такие высокие стандарты для генетики и для секвенирования, что классическая биоинформатика тоже не всегда подходит. Та, которая удовлетворяет классических генетиков. Здесь есть четкие особенные методы обсчета. И самое главное, здесь важна очень скорость. Если в классической генетике можно считать варианты недели и месяца, и даже до полугода, то в онкологии счет идет на пару недель. Поэтому здесь применяются, в общем-то, другие алгоритмы, более быстрые. И здесь всегда метод выбора алгоритма биоинформатики, главным критерием выбора алгоритма биоинформатики будет скорость. Даже не качество и скорость. Качество они все одинаковые, а вот скорость тут краеугольный камень именно для нашей практики. Ну и, соответственно, массовые рутинные исследования требуют соответствующей инфраструктуры. Это тоже пока немного ограничивающие критерии этого метода. Ну, в целом, если говорить и подводить некую черту, то с точки зрения диагностики наследственно онкологический синдром объединяет как и манифестирующих, так и здоровых, требуется тестироваться по возможности на большой панели генов. Ну и метод секвенирования последнего поколения, он, наверное, сегодня единственный. Других методов решения этих задач, которые ставят перед нами клиническое звено, на сегодня нету. Большое спасибо. Спасибо большое, Марат Гордеевич, за интересный доклад. Уважаемые коллеги, позвольте я задам вопрос, Марат Гордеевич. Да. Локализованной форме рака предстательной железы мы знаем, что у пациента, пример, клинический случай. Наследственный рак предстательной железы, знаем, что у него имеется герминальная мутация. Пациенту предлагаем несколько методов лечения локального рака предстательной железы. Радикальная простатэктомия, брахитерапия, или же другие дистанционные гамма-терапии, кибернож. С учетом наличия герминальных мутаций, какой метод лечения лучше рассмотреть или вообще не имеет значения? Я бы здесь сказал, что, наверное, предпочтение нужно отдавать наиболее, если это возможно в данной клинической практике, наиболее агрессивным методом, потому что сама форма достаточно активная. Да, вот тут врач, онколог должен, мне кажется, иметь в виду, что количество рецидивов у этих больных чуть выше, чем у обычной когорты. И выбор терапии, наверное, должен это учитывать. То есть, если мы проведем радикальную простатэктомию, возможность рецидива будет меньше? Вполне возможно, да, потому что здесь на сегодня все-таки хирургический метод лечения, он ну, и во всей онкологии наиболее радикальный получается, да. Если есть такая возможность, да. Александр Валерьевич, я даже думаю, что мы этому пациенту сначала проведем
ПЭТ-КТ с галлием ПСМА, да, для того, чтобы истинную картину. Мы же понимаем, что все наши методы, которые мы применяем до операционной диагностики, они, к сожалению, они не отражают истинной картины распространенности процесса. Мы не видим микрометастазов, абсолютно не видим этого. Поэтому мы, может быть, будем более тщательно проводить обследование этого пациента по показаниям, мы будем применять более там расширенные методики лимфодиссекции, да, вместо стандартной будем расширенную выполнять. Либо вообще не пойдем на хирургическое лечение, если пациент окажется уже, ну, к сожалению, распространенным, да, моего диагностера. И вообще, вот я тоже хотел, конечно, Марат Гордеевич, спасибо огромное, потому что знаю, что вы как бы идейный вдохновитель всех этих исследований, и мы с вами понимаем, что да, сейчас это дорого, да, сейчас мы пользуемся ПЦР, потому что когда-то ПЦР был жутко дорогим методом исследования, сейчас это обычный, дешевый метод, широко мы его используем. Ну и вот метод секвенирования, он тоже ведь станет через определенный период времени обычным, дешевым методом. Это те же аналоги с сотовым телефоном. Вы помните, когда-то появился первый сотовый телефон, ходили в розовых пиджаках, там новые русские, 1-2 телефона в городе. Сейчас сотовый телефон с момента тиражирования этой технологии стал доступен. А нам надо с вами на опережение идти, нам надо заниматься этой проблемой. Я призываю не только вот нашу республику, но и соседние регионы урологов, онкоурологов подключиться, связаться с Марат Гордеевичем. И сейчас нам какие-то компании помогают в этих исследованиях. То есть мы имеем возможность все-таки, несмотря на жутко дорогие эти методики, выполнять их нашим пациентам. И поверьте, это наши пациенты, особенно родственники тех больных, которые имеют там вот эти BRCA-мутации там, в анамнезе, раки молочных желез и так далее, у родственников, они им будут иметь преимущество при ранней диагностике различных онкологических заболеваний. Поэтому всем онкологам нужно сейчас уже подключаться к генетическому тестированию. В перспективе это станет рутинным, обычным методом обследования. Да, и я хочу добавить, спасибо большое, Дмитрий Альбертович, хочу добавить, что вот эти два клинических случая интересны с точки зрения генетики, когда у мужчины и про рак предстательной железы, и рак молочной железы, они бы не были идентифицированы ПЦРом. То есть методом ПЦР это были бы пациенты отрицательные. Да, вот понятно, что здесь бы мы промахнулись. Вот что. Да, да, тут я согласен. Мы это видим сейчас, мы это видим при применении уже современной терапии, да, у наших пациентов и пациенток, особенно у пациента. Мы видим, что действительно ПЦР-методика, она не выдерживает критики, но она дешевая. Да. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Если вопросов нет, то давайте мы продолжим. Эльдар Ильшатович, пожалуйста. Разрешите вопрос задать. Скоро появится комбинация, которая разрешает назначать PARP-ингибиторы без проведения генетического исследования. Как вы думаете, какое место рак предстательной железы займет в таком случае вот, в вашей работе? Во-первых, нужно дождаться этого исследования, да, и мы в любом случае знаем, что уж в когорте с БРК-мутацией и в мутации в генах репарации PARP-ингибиторы будут точно эффективны, ну, хотя бы, да, то есть от обратного пойдем. Вот, второе, нужно дождаться этих исследований. И третий момент, работу по наследственным синдромам, вынося за скобки пока в данном вопросе терапевтическую тактику, никто никогда не отменит. Да, вот так. Спасибо. Тогда, раз Айдар Ильшатович взял слово, давайте мы передадим ему слово. Пожалуйста, Айдар Ильшатович, БРК истории одной семьи, клинический случай. Разрешите представить доклад. Называется «БРК история одной семьи, клинические случаи». Доклад о том, что, зная, что у пациента есть наследственный синдром, можно ему назначить персонально, не только назначить персональное лечение, но и профилактировать ранние рецидивы. Все мы знаем,
в странах Западной Европы наиболее распространенное злокачественное среди мужчин является именно рак предстательной железы, занимает третье место по причине смертности. Похожая ситуация у нас в России, и рак предстательной железы занимает второе место в общей заболеваемости среди мужчин. Основную роль в развитии рака предстательной железы составляет соматические и гормональные мутации. В последние годы практическая онкология и раки простаты особое внимание уделяется именно наследственным синдромам, которые являются в основном причиной развития злокачественного образования. Благодаря появлению молекулярных генетических исследований изучены были генетические особенности этиологии патогенеза рака простаты. В группе пациентов с раком предстательной железы особое место занимает именно пациент с наследственными формами злокачественного образования, ассоциированных с мутациями в генах версии 1 и 2. Комбинированная частота носителей мутации версии 1 и 2 и ЭТМ была значительно выше у пациентов именно с распространенным раком предстательной железы. Также с распространенным раком предстательной железы различались и в зависимости от возраста, и на момент смерти. То есть пациенты более молодого возраста чаще умирают. Какие задачи разрешает именно медико-генетическое консультирование? Это первое – выявить признаки наследственной формы заболевания, персонифицировать подход к лечению и позволяет применить лечение именно ПАРП-ингибиторы, которые улучшают результаты как безрецидивной и общей выживаемости. Итак, клинические случаи. Пациент 60-го года наблюдался у уролога с 19-го года, когда у него появились физиологические расстройства. Урологом он обследован, опухолевой патологии не было выявлено, принимал пациент альфа-адреноблокаторы. На этапе лечения уролога пациент отмечал высокий уровень настороженности, потому что это было обусловлено именно семейным анамнезом. У пациента была сестра, которая переболела раком предстательной железы, и у нее была выявлена гормональная мутация в гене BRCA1. Если посмотреть генеалогическое дерево у этого пациента, то мы увидим, что пациент сам, он еще не знал, что болеет раком предстательной железы. У него родная сестра переболела раком молочной железы и находилась в стадии ремиссии. Также у этого пациента болела мама раком желудка и бабушка раком молочной железы. Если посмотреть более полное дерево, то мы увидим, что у этого пациента двоюродные дяди болели раком желудка и раком поджелудочной железы. А двоюродный брат также болел, находился на этапе лечения по поводу рака предстательной железы. Итак, в 10 случаях рак молочной железы имеет наследственную причину образования, и при развитии гормонально-ассоциированного рака молочной железы до 50% случаев развитие обусловлено именно наличием мутаций в генах версии 1 и 2, что является основанием для молекулярно-генетического исследования пациентов с раком молочной железы. Рак поджелудочной железы также занимает третье место из наиболее распространенных раков, связанных с мутациями BRCA. Мутация BRCA увеличивает риск развития рака желудка на протяжении жизни. Частота встречаемости в 6 раз больше у таких пациентов, которые являются носителями данной мутации. Также известно, что риск развития рака желудка в 4 раза выше у носителей мутации BRCA1. По результатам исследования некоторые авторы отмечают, что риск развития рака предстательной железы, связанный с мутациями в генах BRCA1 и 2, также обусловлено именно с этой мутацией. После выявления рака молочной железы, именно гормональной мутации, этот пациент прошел молекулярно-генетическое исследование. И у пациента также была выявлена эта мутация.
в связи с чем пациент начал регулярно посещать уролога и проходить УЗИ-обследование и ПСА-контроль. В первом полугодии 2020 года пациент заметил, что есть некоторые усиления жалоб и повторно обратился к урологу. Если посмотреть по динамике ПСА, то мы увидим, что таковой динамики никакой нету в течение этих лет, и ПСА всегда находился на нормальных значениях. После обследования уролога по месту жительства пациент был направлен на резекцию простаты, и в июне 2020 года была проведена трансуретральная резекция предстательной железы. И при осмотрении блоков патоморфологами был обнаружен ацинарный аденокарцином предстательной железы с глистоном 6. Пациент был направлен на консультацию в республиканский онкологический диспансер, и при повторном обследовании ПСА было на уровне 2. Пациенту было проведено МРТ и обнаружен очаг правой доли, как мы видим, около 22 мм. Также было проведено дообследование, урофлометрия, УЗИ, и пациенту было предложено как радикальный вид лечения дистанционно-лучевая терапия. Но пациент дистанционно-лучевой терапии отказался и пошел на лечение на аппарате Кибернож, который прошел в сентябре 2020 года. В настоящее время у пациента наблюдается снижение ПСА, стойкое снижение ПСА, значение около нуля, и пациент просто регулярно наблюдается у онколога по месту жительства. Пациент находится в стадии ремиссии. Почему пациента мотивирует именно проведение генетических исследований у себя, у родственников? Это в первую очередь это забота о своих детях. У пациента есть дочь старше 18 лет, которая тоже была выявлена гормональная мутация. Есть сын до 18 лет, но в связи с тем, что пациент еще, сын еще, сам отец отказался от проведения скрининга. То есть он решил, что скрининг проведет после 18 лет. Это опасение по поводу передачи мутантного гена дочерям и риск развития и выявления рака в запущенных стадиях. В заключение можно сказать, что носители BRCA1-2 мутации – это сложная группа пациентов с разнородной органной манифестацией, злокачественного образования, требующего особого подхода к диагностике, лечению и оценке рисков прогрессивной болезни в течение всей жизни. Спасибо. Спасибо большое. Да, Решат, вопросы будут? Да, Решат. Спасибо большое. У меня, по крайней мере, первый вопрос. Воспользуюсь правом своим, как я думаю, из модераторов. Скажите, пожалуйста, вот ну, это классический пример того, как за хвост рыбы вытягивается в данном случае вся семья, да, и вот такую работу могут проводить, я, наверное, более, сколько я вот не занимаюсь, наверное, могут проводить только учреждения диспансерского типа, вот как устроена наша онкологическая служба, да, потому что ты здесь проводишь все этапы диагностики и терапии, лечения, и, соответственно, можешь потом вытянуть хвост этой рыбы и найти вот этих носителей. Но у меня вопрос с этим, немного даже другой. В каком журнале планируется описание этого клинического кейса, если не секрет? Александр Валерьевич, не дай соврать. По идее, мы уже эту статью опубликовали. Да? А где? Это онкологический журнал. В 2020 году, да? Хорошо, значит, так и есть, да, в журнале онкоурологии. Все это было опубликовано. На самом деле. Это в 20 или 21 году. Угу. Спасибо, я попробую поискать. Очень интересный случай, спасибо. У нас вот вопросы из чата имеются. Марат Гордеевич, видимо, после дошли, так как у нас, наверное, ответят насчет финансовой стороны по тестированию пациентов. И давайте зачитаю вопрос. Скажите, насколько финансовая токсичность клонирования членов семьи при наличии данных о гормональных мутациях? Ну, на самом деле, проблема. Марат Гордеевич, а вот что вы скажете? Тут есть два подхода. Первый подход, ну, на сегодня самое дорогое тестирование не выходит за рамки 25 тысяч, да, и, ну, я считаю, это исследование нужно делать один раз в жизни,
это не динамичная штука, посмотреть, какие риски у тебя со стороны наследственности, ну, я считаю, что это того стоит. Это первый подход. Второй подход в рамках различных программ в других странах предполагается, если работать по семьям, предполагается анализировать только тот вариант мутации, и это, кстати, вот этот клинический случай, это великолепно продемонстрировал, анализировать только тот вариант, который был найден у больного. Смотреть одну мутацию, в общем-то, дешевле, чем смотреть весь пул генов. То есть тут два момента. Ну, я, во-первых, еще раз суммирую. Я не считаю, что это уж очень клинически токсично, раз в жизни себя посмотреть. Да, а во-вторых, существуют разные подходы, которые и эту сравнительно небольшую сумму могут разбивать. Спасибо, Марат Гордеевич. Но в вашем клиническом случае были две мутации, да, ведь могут быть и такие случаи, когда... Могут такие, но такое редко. Очень редко. Тогда позвольте, мы еще дальше зададим вопросы, прочитаем из чата. Скажите, насколько перспективным и возможным вы считаете проведение превентивной радикальной простатэктомии при наличии мутаций? Адель Альбертович, наверное, к вам этот вопрос. И Марат Гордеевич. Ну, я пока скажу со своих гидлайнов. Я даже не видел, чтобы превентивную простатэктомию кто-то даже обсуждал. Ну, по крайней мере, я не нашел этого. Если с точки зрения аварийэктомии и мастэктомии дебаты идут, даже в каких-то рекомендациях это проявляется. Вот насчет рака предстательной железы. Предстательной железы я вот не встречал. Вот эта мутация, возможно, реализация разных нозологических форм онкологических заболеваний. И мы не можем весь организм вырезать. Но это абсолютно подход неразумный. Тут вопрос не в этом стоит. Ведь мы же, вот я как главный врач онкологического диспансера, вот Александр Валерьевич, да, Рустем Талгатович, мы же сейчас бьемся, боремся за то, чтобы люди шли на диспансеризацию, банальную диспансеризацию. Вот у нас есть опции практически во всех учреждениях, и даже у нас в диспансере, во всех клиниках крупных, частных, это чекап, да, чекап, двухдневный чекап, который позволяет на ранней стадии выявить. Стоимость там 48-50 тысяч рублей. Но нету возможности пройти двухдневный чекап, но диспансеризацию, сдать вот эти банальные анализы, да, пойти и потребовать прямо в поликлинике, чтобы взяли кровь, да, прошел там УЗИ банальный и так далее. Но ведь это можно же сделать. Нет, не идут. Нету никакого, вот, знаете, нужен страх. Нужно, чтобы человек понимал, да, а у меня ведь мутации есть, а я ведь погибну. Если я вовремя не приду и раз в год не сдам ПСА, да, я потом получу рак на агрессивный какой-нибудь, метастатический, и вовремя не смогу выявить. Вот это вот как раз та, наверное, тема, опция, когда у человека появится реальный стимул для реализации всех тех возможностей, которые как дает государство, так и предоставляются в рамках там, добровольного медицинского страхования, платной медицины, для того, чтобы человек сам вовремя выявил у себя начальные формы заболевания и, соответственно, дольше прожил. Поэтому это не токсично. Это не токсично, совершенно не токсично. Спасибо, Адель Альбертович. Действительно, с погоней за злокачественным новообразованием мы можем сделать инвалида, поэтому лишний раз нужно отметить, что профилактические медосмотры пациентов позволят на ранних стадиях выявить онкопатологию и предотвратить дальнейшее распространение. Ну и, конечно, давайте отметим, что не факт, что у всех пациентов будет реализоваться злокачественное новообразование. Тогда зачем же мы из человека сделаем инвалида? Пусть он живет спокойно со своей простатой. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо. Мы тогда, если вопросов нет, тут еще один вопрос есть, но мы этот вопрос давайте оставим на последний доклад. Вопрос про терапию, андрогендепривационную терапию с глутамидом у больных с мутациями и без мутаций. Мы оставим на потом этот вопрос. Тогда позвольте предоставить слово заведующему отделением противоопухолевой лекарственной терапии ЛДЦ МИПС. Никеев Рафаэль Фаритович. Тактика ведения носителей синдрома наследственного рака.
Пожалуйста, Рафаэль Фаритович. В отношении этого дискуссии я бы еще сказал, что у нас есть ряд заболеваний, которые люди погибают больше и ранее, чем от онкологии. Поэтому думаю, что типа, так радикально брать и всех оперировать, это еще так достаточно рано. Думаю, надо больше опыта набраться. Но я немножко расскажу в отношении своего взгляда, как мы видим этот вопрос в отношении того, что как пациента вести, лечить и наблюдать. Ну, все уже сказали здесь, я уже не буду останавливаться, что достаточно агрессивное заболевание рак предстательной железы. Да, у нас есть опции, да, есть гормонотерапия, да, есть новые препараты, да. Но все равно результаты достаточно не так обнадеживают, как мы хотели бы. Выживаемость все-таки 5-летние составляет около 30%. Ну, а начать я хотел бы все-таки с того, что в следующий год исполняется 70 лет с момента вручения Нобелевской премии за то, что мы сейчас разговариваем, о том, что мы открыли молекулу ДНК. И с чего вообще БРК выявляется, то есть это повреждение молекул ДНК. А если брать в частности, то вот здесь очень часто упоминалось, но я немножко остановлюсь в плане того, что есть такой критерий таблиц, который определяет в зависимости от мутации, какой риск. Высокий риск, средний риск, низкий риск. Это касается всех заболеваний. В предстательной железе, конечно, здесь очень много переплетений. То есть, например, ЧЕК-2, тут тоже достаточно агрессивное заболевание. БРК-1, реже встречается, но тоже вот как БРК-2. Вот. Что касается того, что, как я сказал, что молекула ДНК повреждается и нарушает систему репарации, то есть восстановление. Как было сказано, что, в принципе, самое частое это БРК-2 мутация, мы тоже встречаем ее часто, но я покажу позже. А в нашей работе, то есть с Маргадейчем, там мы видим АТМ гораздо чаще, чем БРК-2. С чем связано это? С особенностью популяции, с особенностью каких-то нарушений, пока невозможно сказать, мы это еще изучаем. Вот. Личный семейный риск рака. То есть мы знаем, что вот по данному исследованию, которое здесь сегодня очень часто вспоминал, БРК-2 достаточно чаще встречается гормональные мутации, чем БРК-1. То есть, видите, практически два раза. Степень родства. Очень важный фактор. Наша работа начиналась с этого, то, что мы искали там по наследственно отягощенному анамнезу. И увидите, что если в семье больше, чем два родственника болели онкологией, то достаточно риск развития наследственного рака простаты увеличивается практически в два раза. Значимый фактор. Мы как также сидели, определяли возраст, но здесь как бы такого подтверждения не было. Ну, по степени родства увидеть, что чем больше в семье родственников, тем больше, считай, вероятность того, что все-таки есть наследственные мутации, которые могут нам подсказать в плане тактики и ведения пациентов. И в качестве примера, конечно, не относящийся к предстательной железе, но в конечном итоге вы поймете, что, в принципе, есть некоторые риски. У нас была пациентка, которая первоначально у нее была операция на молочной железе, практически триплекс негативный рак молочной железы. Конечно, есть немножко гормонов, кишечник совсем небольшой, но все равно по факту как бы так не выражена гормональная зависимость. А там была стандартная терапия, операция на адъювантной химиотерапии. И вот через год, где-то чуть меньше, пациентки выявляют образование поджелудочной железы, оперируются и приходят к гистологическому инициализированному раку. Притом пациентка средней возрастной группы, то есть 6-7 года рождения, учитывает два рака метахромных, но в небольшом периоде, что они оба бывают, что БРК ассоциированы, поэтому мы решили протестировать. Также в семье имелся соответственно отягощенный анамнез, и вот мы у нее выявили классическую БРК-1 мутацию. А пациентка там получала таргетную терапию, лапарип, отвечала достаточно хорошо, то есть и это одна из самых первых пациентов, которые получали лапарип для поджелудочной железы. Интересно в этом случае конкретно, то мы протестировали пациентка пришла с сыном и попросила его протестировать. Ну, Марк Гордеевич как бы нашел возможность и протестировал, и нашел у нее такую же мутацию. Соответственно, что делать в этой ситуации с этим сыном пациентки? Профилактическую простатектомию, да, молодой парень, ну, ему еще жить, а операция достаточно, ну, конечно, не совсем я хирург, но калечащая. Вот, поэтому сейчас пациент в группе углубленного наблюдения, то есть он делает все необходимые обследования, проверяет желудочно-кишечный тракт, предстательную железу, то есть образование грудной клетки у него нет на молочных желез,
Так что там нам в этом плане проще. Ну, то есть тоже группа риска, соответственно, которая требует наблюдения. И как вот было сказано ранее, что, в принципе, мутированные типы, они выявляют, у них акупроцесс является на более запущенной стадии. Я уж не буду останавливаться, но пойду дальше. А прогностические маркеры агрессивности, то есть, да, вот здесь вот как бы разбились по результатам БРК-2, встречается самая частая мутация от рака предстательной железы. В нашей работе мы тоже встречались достаточно часто, и, соответственно, данные, которые тоже упоминались, говорят о том, что мы, пациенты с носителем БРК-2, у них метастатических форм гораздо чаще встречаются, чем в общей популяции. То же касается и в остальных мутациях. Риск высокого злокачественности. Также наличие мутации, как бы прогностический фактор не только агрессивности процесса, но и течения. Распространение процесса. Вы видите, что даже мутация АТМ, которая тоже не так часто встречается, она также обладает, встречается в достаточно запущенной стадии. И Марк Гордеевич очень хорошо рассказал. Я вот расскажу, только остановлюсь на одном моменте с этим пациентом, который нам попался с таким сочетанием молочной железы и яичников. Лечение. Вот он приходит к нам здесь диагнозом рак предстательной железы и рак молочной железы. И тогда была достаточно такая дилемма в плане лечения. Да, выбрали ему провести сначала на адъювантную химиотерапию, учитывая то, что место распространенный процесс. Но как вот здесь вот я скажу, что БРК-2, и мы знаем, я потом с этим дальше на это акцентирую, то, что там химиотерапия хуже работает. Но мы пошли с той позиции, что пациент доминирующий в этой ситуации, несмотря на то, что опухоль это распространенная, все-таки является молочная железа. И здесь процесс более агрессивный. И пошли мы по принципу неоадъювантной химиотерапии по поводу рака молочной железы. Антрациклины не работают при раке простаты. Доз Таксел только, но там мы пошли по поводу токсанов, то есть классическое 12-недельное введение, которое, в принципе, дало нам эффект. Вот, пациент, в принципе, прооперирован, сейчас в наблюдении находится, ну, на гормонотерапии. И также вот расскажу, что немножко семейно отягощен анамнез у пациента был. И вот по поводу терапии, на чем я хотел подробнее остановиться, потому что у нас сейчас попадают пациенты, которым мы решаем, что делать. Мы знаем, что вот пациенты, которые имеют мутацию, они, видите, что было проведено исследование, которое показало, что здесь значимая, вот просто реально значимая эффективность лечения, неважно, операция, либо лучевая терапия пациентов, которые не имеют мутацию. То есть это уже фактор того, что как сказал Марк Гордеевич, мы должны более агрессивно этих пациентов лечить, начинать с самых сильных вариантов лечения, то есть самых эффективных, то есть не думая о том, что у нас в резерве останется. Но, по крайней мере, мы стараемся так. То есть и в отношении эффективности, вот вы видите, что пациенты с БРК-2 мутацией, у них самый плохой показатель безрецидивной выживаемости и ответ на лечение. То есть средний в 3 раза меньше, чем у пациентов, не имеющих ни мутации, ни носительства. Притом терапия новыми гормональными препаратами у БРК-2 пациентов дает значительно лучший результат, чем пациентов, которые получают химиотерапию. И здесь ставится вопрос того, что при выявлении готовы ли мы назначать им, или как привыкли мы, что при распространенном процессе сначала мы делаем химиотерапию, после завершения переводим на новые гормональные препараты. То есть пока вот пока анализ придет, пока мы это готовы будем ответить на этот вопрос, все-таки по старинке мы начинаем все-таки с химии. Потому что, ну, Марк Гордеевич, не обижайся на меня, но все-таки БРК-мутация у нас раньше, чем через 2-4 недели по разным факторам не приходит. Поэтому пациенты столько ждать в большинстве случаев не могут. И поэтому большинство пациентов все-таки уходит на химиотерапию. Но пока есть такого критерия, как при раке легкого, что мы при выявлении мутации можем остановиться и перевести пациента с химиотерапии на гормонотерапию или на ПАРП-ингибиторы, пока есть такой опции в стандартах нет. Поэтому приходится доделать 6 курсов, после чего мы решаем в отношении новых гормональных препаратов пациентов. Я чаще всего так и происходит, что мы назначаем новые гормональные препараты после получения результата. И таргетную терапию мы всегда держим в резерве у данной группы пациентов. Выживаемость, также вы видите, что в принципе не носители, у них выживаемость гораздо лучше, чем пациентов, у которых есть та или другая мутация.
Да, пациенты, поэтому и подход к ним требуется более агрессивный, то есть, чтобы дать им более эффективное лечение, которое вы видите, что в принципе, я так думаю, что в этом исследовании давали не самый худший вариант лечения, и все равно они не дали такой, хотя бы половину того результата, который дают пациенты, у которых нет мутации, нет носительства. И в качестве примера нашего личного, который мы имеем, пациент, который был достаточно молодой пациент, пришел с распространенным процессом поражения костей, лимфоузлов, ПСА не очень большой, то есть и как его, вот то же самое, я о чем говорил, приходит пациент с распространенным процессом и необходимо лечить. Да, мы выбрали первую линию химиотерапии доцитоксел. По стандартам все, как в клинических рекомендациях написано. Вот, проводим химиотерапию, делаем контрольное обследование, ПСА у нас уходит ниже нормы, уменьшается ответ, хороший идет. У пациента есть семейная отягощенная анамнез, у одного из родителей и через поколение тоже есть. Вот, что побуждает нам сделать анализ, и мы выявляем мутацию АТМ. Дальше немножко остановлюсь по поводу эффективности новых гормональных препаратов и вообще эффективности при этой мутации. Но пока начнем с того, что пациент завершает, мы знаем, что у него мутация АТМ, и как бы в соответствии также с стандартами, как мы все работаем по ним, мы назначаем ингибиторы стероидогенеза, то есть бирапирон, тогда была возможность. Вот, и пациент начинает принимать терапию, принимает ее благополучно на протяжении полугода, ПСА также делается в норме. Вот, и в этом году он делает контрольный МРТ, и мы выявляем у пациента прогрессирование процесса в виде двух единичных очагов в костях таза. Больше мы сделали МПЭТ. Мы там тоже ничего не нашли, кроме этих двух очагов, которых мы с помощью протонтерапии локально провели контроль. И вот здесь вот стала дилемма дальше. Что нам дальше делать? То есть уходить на терапию ПАРП-ингибиторами или, учитывая то, что у него лимфоузлы ушли, опухоль предстательной железы, полностью там контраст не ПАПЭТ, там ничего не накапливается. Имеются остальные очаги в костях также под контролем, то есть абиратерон либо алапарик. Ну, думали в отношении того, что и вот как бы посмотрели результаты, как бы так дали нам, и увидели, что в принципе, по большому счету, не выраженный такой эффект на фоне ПАРП-ингибиторов у пациента этой группы, которая мутация АТМ имеет. То есть у них новые гормональные препараты также достаточно хорошо работают. Если там, например, при БРК2 мы видим, что там алапарип выраженный эффект достаточно однозначно имеет преимущество в отношении этой мутации, в отношении БРК2 мутации, то при АТМ этот эффект не выражен. Поэтому решили все-таки оставить его, так как у нас есть контроль над локальным процессом, над предстательной железой, над лимфоузлами, которые были поражены, над остальными очагами в костях. Но сейчас пациент уже полгода принимает алапарип. В принципе, при контрольном обследовании у него все неплохо, новых очагов нету, старые очаги также активно их не отсутствуют. То есть единственная там небольшая активность сохраняется в костях, которые у нас протонтерапия. Но мы разговаривали с нашими радиотерапевтами, они посмотрели результаты и сказали, что, скорее всего, это последствия еще остатки эффекта от предыдущего лечения протонтерапии. Поэтому пока пациент под достаточно плотным наблюдением, и мы планируем его еще провести контроль через 2-3 месяца и дальше решить насчет терапии дальнейшей. Ну, выживаемость без прогрессирования, да, таргетные препараты, они работают везде, где им точка приложения есть, и здесь предстательная железа обладает преимуществом, что у нас есть хороший результат, конечно, не такие хорошие, как получены, например, при раке яичников, конечно, там гораздо лучший результат, чем при раке предстательной железы, но все равно, то есть достаточно обнадеживающий результат по сравнению с пациентом, который получает стандартную терапию, то есть препарат новых гормональных препаратов или токсаны, или химиотерапию уже, химиотерапия вообще там гораздо хуже результат. То есть как его, где у нас брать варианты лечения у данной группы пациентов. Вы видите, что в отношении частота ответа объективного гораздо выше, чем препарат, который дают дома. То есть на таргетные препараты ответ действительно. И мы знаем, что применение таргет-терапии препаратов, как при других локализациях, это быстрый эффект, достаточно
качество жизни улучшается, пациенты не всегда, конечно, продолжительно, но достаточно существенно. Пациенты отмечают улучшение, очаги уменьшаются, но протяженность, это я в предыдущем слайде говорил, там еще хочется все-таки больше, как нам всем онкологам. Вот. И здесь я уже не буду дальше идти. Первоначально была работа, которая соединяла, когда мы там работали все еще в Казанском диспансере, мы собрали панель, которые смотрели всех пациентов на мутации различные, и смотрели и молочную железу, и поджелудочную железу, и пациенты с предстательной железой пошли, и желудочно-кишечным трактом. И вот как бы панель, которую мы создали, выбрали для анализа, представлена, и получили следующие... Ну, это первоначально не очень было много предстательной железы, но после того, как появилась вот эта вот работа на концерт генома, которая дала нам больше там возможности делать, там, конечно, увеличилось. Первоначально это были за счет именно проектов. А вот в таком формате мы получаем результат, то есть получали, где вы видите все-таки, что мы раскидывали по варианту мутации. И вот в конечном итоге, как бы вот даже сейчас пациенты, которые у нас проходят, мы их выделяем, видим, что у кого агрессивно, то есть патогенные мутации выявляются, то есть вот здесь видите БРК2, БРК1, привязываем анамнез, то есть, ну, это каждый как хочет пишет, просто нам так удобно, чтобы мы понимали и в плане анализа, у кого развился, и увидите, что в принципе где-то посередине этой таблицы видите, что большинство пациентов отбирались по принципу наличия наследственно отягощенного анамнеза. Но не у всех у этих пациентов выявлен рак ОПЦ. То есть достаточно часто, я вам покажу следующий слайд, вот. А у нас достаточно, как мы считаем, то есть, не знаю, ну как остальные отнесутся, но неплохой результат. То есть мы у каждого второго выявляли патогенные мутации в той или иной степени патогенности. Но видите, что отрицательных результатов было около 42%. В принципе, неплохо. По мировой статистике их гораздо больше должно быть. То есть, потому что когда ты смотришь общую популяцию, там эта цифра гораздо больше. А когда уже подбираешь себе пациентов с учетом возможных рисков возникновения рака, то, конечно, ты получишь результаты получше. И видите, что в нашем исследовании доминировала все-таки БРК1 мутация. Но эта группа рассчитана и молочная железа, и яичники, и предстательная железа, то есть это на общий круг. Если брать предстательную железу, то вы видите, что в нашем результате мы получили где-то около 20%, но у нас было проведено около 1000 исследований уже, и выявлено у четверти процентов, где-то 24-25%, где-то уже 221% выявили патогенные мутации. Самое частое вот в нашей работе мы видели АТМ. То есть вы помните, что по данным этого исследования, которое все ссылаются, то, что там было самое частое БРК2, у нас первое место занимает все-таки АТМ. С чем связано? С особенностью популяции, с определенными стадии процесса, пока мы этим думаем, и не могу однозначно ответить на этот вопрос. Вот. Ну, в отношении семьи мне очень нравится этот слайд, когда вот это вот, как вот до меня этот доктор один рассказывал, показывал свои клинические исследования, там, ну, вот достаточно похоже. Ну, мы попробовали у себя сделать, типа, получили такие же. Ну, это пример одной пациентки, которая, в кавычках скажу, раздала свою мутацию всем близким родственникам. То есть вы видите, что у двух уже реализовался процесс раковый, у двух носительства только. И дальнейшие, как бы так, требующие наблюдения. Вот наши, вот, в принципе, мы публиковались, и как выводы, которые мы там, я думаю, что если что, можете ознакомиться, не буду уже на этом. Если есть вопросы, готов ответить. Спасибо, Рафаэль Фаридович. Уважаемые коллеги, вопросы будут? Спасибо, Рафаэль Фаридович. У меня вопрос, ну и даже дополнение. Я вот слушал ваш доклад, Рафаэль Фаридович, и вот полностью осознал в вашем докладе, наверное, количество терминов, таких как мутация, БРК1, БРК2, патогенная мутация, конкурировала с такими терминами, как линиотерапия, химиотерапия, гормонотерапия. И вот это, в принципе, говорит о том, что генетика достаточно вовлечена уже, во-первых, в лечебный процесс, и клиническое звено достаточно спокойно уже оперирует этими данными, и этими терминами тоже. Вот это интересно. Ну и вопрос такой, Рафаэль Фаидович, если можно. Какие бы сроки тестирования были в раке предстательной железы, были бы для вас наиболее оптимальными? Ну, Маргарит, вы знаете, я вам уже говорил о том, что сейчас генетика, она, в принципе, достаточно очень важна становится, что, например, по новой классификации ВОЗ диагноз поставить при некоторых локализациях без генетики практически невозможно. Поэтому
Мы все понимаем, что если мы не будем понимать структуру опухоли, нам очень сложно будет на нее воздействовать. Но с появлением генетики, молодой такой науки, которая по факту чуть больше 10 лет, у нас появились очень много ресурсов. До этого мы не знали, что такой процесс, это есть возможность лечения. А сейчас у нас как бы есть такие ресурсы. Вот. Что в отношении... что-то я забыл вопрос. А какие сроки тестирования? Сроки тестирования. Ну, я здесь по принципу рака легкого пойду. Если вот за 2 недели сделаете, то это будет шикарно. Как раз, как говорит мне знакомый, один алмазно будет. Мы за это время успеем определиться и понять. Пациент может собрать анализы, обследоваться. Я думаю, что 2 недели – это как бы так, такой стандарт, который будет, понимая того, что НЖС – это все-таки достаточно трудоемкий труд, и не всегда возможно сразу же ответить. И поэтому не говорю о ПЦР, который можно за неделю дать, все-таки НЖС гораздо все сложнее. Поэтому все понимают, 2 недели это было бы, конечно, шикарно. Ну, будем стараться. Спасибо большое, Рафаэль Фаридович. Давайте продолжим. И вопрос из чата, вот, я думаю, как раз адресовано будет и к Рафаэлю Фаридовичу. На самом деле отметили, что при наличии мутации рак предстательной железы более агрессивно течет. А как на стандартное лечение отвечает рак предстательной железы? То есть, вот стандартное лечение, скажем, андроген-депривационная терапия плюс энзалутамид или же химиотерапия, оно столько же эффективно, как и при отсутствии мутации или нет? По надиру ПСА, по длительности контроля над заболеваниями тогда, какие данные? Рафаэль Фаридович. Ну, смотрите, я даже не буду далеко ходить, а просто в качестве примера, что пациент, который начинал терапию, у него, в принципе, как его, был ПСА достаточно такой вот небольшой. И поэтому ориентир все-таки рентгенологический, я считаю, что он гораздо сейчас уже больше дает информации, чем по ПСА. Если ПСА перед стартом был небольшой, то на него ориентироваться сложно. А все равно, как бы не крути, если у тебя... Да, сейчас можно начинать, в принципе, сразу с новым гормональным препаратом начинать терапию. И в клинических рекомендациях об этом есть информация. Но как химиотерапевт, который там достаточно любит химиотерапию, могу сказать, что большинство пациентов, все-таки 2/3, они уходят вначале на химиотерапию. Да, мы отправляем на анализ, на тестирование, на БРК, на HRM этот мутацию. Но все-таки большинство все-таки не приходит результат, поэтому они отвечают, то есть реально они отвечают на терапию. А полностью, конечно, я редко вижу, что полный ответ, чтобы ничего не осталось. Вот периодически что-то остается. Поэтому мы начинаем подключать новый гормональный препарат, когда у нас есть активность по костям, очаги активные, либо лимфоузлы, что остается. То есть пациенты с мутациями, они отвечают на терапию, но не так, как хотелось бы, как мы видим при пациентах, которые дегетит. Ну, те пациенты гораздо лучше тех, мы видим, то, что на фоне химиотерапии, в принципе, периодически, что мы не обнаружим очаги, то есть эффект хороший. То есть здесь я вижу все-таки какие-то, вот, например, в примере этого пациента или еще один пациент получает лечение, у них процесс агрессивный течет. То есть у нас пациент пришел один, которого мы планировали начать там терапию, но, к сожалению, с учетом, мы выявили как раз БРК1 мутацию, там планировали все остальное, то есть но, к сожалению, пациент погиб. То есть процесс достаточно агрессивный был, и процесс распространенный был, поэтому мы даже не успели, пока еще он там собирался, там все остальное, дообследовался, так и ушло это все. Ну, поэтому стараться-то вот, наше дело должно быть все равно, я говорю, потому что начинаем все-таки с химии, потому что как бы все боимся. Висцерального криза нет, но распространение достаточно большое, ты всегда понимаешь, что химия добьется быстрее результата. Поэтому как бы все-таки с химии начинаем. Реже все-таки с новых гормональных препаратов, не говоря уже о таргетных. Спасибо большое. На самом деле у нас часто возникает вопрос, как лечить пациентов в зависимости от наличия мутаций и от их отсутствия. И давайте поговорим о противоопухолевой лекарственной терапии ракопредстательной железы у носителей гормональных мутаций. Ну и, конечно, заденем и тему у пациентов без соматических и без гормональных мутаций. Был вопрос в чате об эффективности антиандрогенов второго поколения или других методов лечения. Мы это тоже с вами рассмотрим. Действительно, пациент к нам обращается обычно или же при локализованной форме рака предстательной железы, ну или же, конечно, может обратиться при метастатической форме рака предстательной железы. При этом мы считаем, что это гормон чувствительный рак предстательной железы до прогрессии заболевания, до развития кастрационной резистентности. В 2019 году на учете стояло 259 тысяч пациентов. Из них 41 тысяча пациентов – это новые случаи пациентов.
И действительно, среди этих пациентов были больные, у которых распространенная форма рака предстательной железы. Это 19% пациентов. И каждому пациенту, в зависимости от стадии, в зависимости от того, развивается ли кастрационная резистентность, нужно определить тактику лечения. В российских клинических рекомендациях на сегодняшний день на первый план выходит комбинированная терапия. Пациентам, конечно, мы можем рассматривать и монотерапию при метастатическом гормоночувствительном раке предстательной железы при определенных показаниях. Но чаще всего пациентам назначаем или же химиотерапию, это доцитаксол комбинации с АДТ, андрогендепривационной терапией, или же с другими препаратами, апалутамидом, мезалутамидом или же абиратероном. Есть группа пациентов, которым мы можем рекомендовать лучевую терапию в комбинации андрогендепривационной терапии. При этом после назначения терапии рано или поздно у части пациентов развивается кастрационная резистентность. И при этом 5-летняя выживаемость пациентов с метастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы составляет 30%. И как было сегодня неоднократно отмечено, это те пациенты с наиболее неблагоприятным течением заболевания. И для этой группы пациентов мы должны рассматривать ту или иную тактику лечения. Есть разные клинические исследования, которые, третья фаза клинических исследований, которые продемонстрировала эффективность применения различных препаратов при метастатическом кастрационно-резистентном раке предстательной железы. И нужно отметить, что каждый из схем лечения, каждый из препаратов имеет место быть при лечении кастрационно-резистентного рака предстательной железы. Доцитаксел дало преимущество в общей выживаемости на 2,4 месяца в сравнении с контрольной группой пациентов, где пациенты получали метоксаратрон с преднизолоном и исследование ТАКС-320. Ну и давайте отметим, что и в других исследованиях при изучении эффективности абиратерона было отмечено преимущество по сравнению с контрольной группой пациентов. Также энзалутамид продемонстрировал эффективность применения, исследований проявил на 4 месяца. Ну и нужно отметить, что в исследовании ProFound, о чем неоднократно сегодня говорилось, у той группы пациентов, у которых имеется мутация, нужно отметить, что соматическая, мы сегодня говорили о герминальных мутациях, та группа пациентов, которым при назначении PARP-ингибиторов можем улучшить показатели общей выживаемости. Ну и есть группа пациентов, которым при необходимости назначается и доцитаксел, после чего, опять же, мы должны рассмотреть вопрос, что назначать пациентам. Исследование АФИРМ, было продемонстрировано эффективность применения энзалутамида, абиратерон тоже продемонстрировал эффективность применения, Сентропик показал эффективность применения кабазитоксела. Ну и, конечно, в своей практике мы можем использовать и радий-223, который тоже дает преимущество по увеличению общей выживаемости по сравнению с контрольной группой пациентов. А контрольная группа в этой ситуации – это пациенты, которые на плацебо находятся. Итак, что выбираем в первой линии терапии при метастатическом кастрационно-резистентном раке предстательной железы? Каждый препарат имеет место быть именно при данной патологии. Нужно отметить, что снижает риск смерти энзалутамид на 23%, абиратерон на 19%, а доцитаксел на 21%. И мы также обращаем внимание на медиану общей выживаемости. И нужно подчеркнуть, что каждый препарат назначается при определенных показаниях, которые мы с вами более подробно в последующем рассмотрим. Исследование третьей фазы КОВА-302 продемонстрировало эффективность применения абиратерона у пациентов. При кастрационно-резистентном раке предстательной железы эти пациенты не получали химиотерапию ранее. По сравнению с контрольной группой, в обеих группах пациенты получали преднизолон по 10 мг в сутки. И по результатам исследований было продемонстрировано увеличение медианы общей выживаемости. Мы видим, что данный показатель лучше 34,7 месяца по сравнению с контрольной группой, где было 30,3 месяца. Следующее исследование провел. Продемонстрировала эффективность применения энзалутамида по сравнению с контрольной группой, с плацебо. И нужно отметить и ожидать, что улучшаются показатели общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования у пациентов, которые получают антиандроген второго поколения. И нужно отметить, что действительно снижается риск смерти на 23%. У пациентов, которые получают энзалутамид по сравнению с группой плацебо. И мы обращаем внимание на медиану общей выживаемости 35,3 месяца против 31,3 месяца у пациентов основной и контрольной группе соответственно. Кроме того, мы отмечаем, что энзалутамид снижает риск начала химиотерапии на 65% по сравнению с плацебо именно в этом исследовании. Именно в той группе пациентов, которые были включены в это исследование.
И нужно отметить, что увеличивается медиана времени до начала химиотерапии на 17 месяцев. Обращаем внимание, что при назначении терапии в основной группе пациентов медиана до начала химиотерапии составила 28 месяцев, а вот в контрольной группе, где пациенты получали плацебо, 10,8 месяцев. Ну, исходя из того, что все препараты показали хорошую эффективность по сравнению с контрольной группой, отметим, что в клинических рекомендациях отмечены все препараты. Иабиратрон, который назначается пациентам до применения доцетоксела, энзалутамид показал и продемонстрировал эффективность во всех возрастных группах пациентов. Доцетоксел является одним из препаратов, который рекомендован для терапии пациентов с метастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы. И нужно отметить, что для группы пациентов с наличием висцеральных метастазов, у тех пациентов, у которых был короткий период эффективности андроген-депривационной терапии, и у тех пациентов, у которых имеется выраженный болевой синдром, именно данная комбинация, данная терапия является более эффективной. И какую же терапию мы выбираем для пациентов в первой линии терапии при метастатическом кастрационно-резистентном раке предстательной железы? Мы уже сказали, что действительно все препараты имеют хорошие показатели у определенной группы пациентов. Действительно, химиотерапию назначаем при малой длительности от бета-ной гормональной терапии, менее 12 месяцев, при выраженных симптомах, при распространенных метастазах, при быстро прогрессирующем заболевании и при наличии висцеральных метастазов. Ну и, конечно, энзалутамид с абиратароном тоже имеет показания для терапии пациентов с раком предстательной железы, метастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы. Давайте обратим внимание на следующие показатели, на тех пациентов, у которых имеются мутации в генах репарации. Действительно, было отмечено, что у пациентов, у которых имеются мутации в генах репарации, отмечается значительное уменьшение опухоли специфической выживаемости, особенно при наличии мутации в генах БРК2. Сегодня неоднократно говорилось об этом, и давайте мы еще раз обратим внимание, что у пациентов, у которых отсутствует мутация, медиана общей выживаемости составила 33,2 месяца. А у тех пациентов, у которых имеются мутации АТМ, БРК1, БРК2, ПАЛ2, медиана общей выживаемости составила 23,3 месяца. Но очень интересно посмотреть на следующую группу пациентов. Пациенты, у которых имеется мутация гена БРК2. У этой группы пациентов медиан общей выживаемости значительно хуже. 17,4 месяца. И какое же лечение предлагать этим пациентам? Что лучше назначить? Ингибитор андрогенного сигнала в первой линии терапии у таких пациентов связан с улучшением опухолеспецифического ответа и беспрогрессивной выживаемости по сравнению с таксанами. Обратите внимание, что действительно при наличии мутации в гене БРК2 на слайде слева получается медиана общей выживаемости при назначении ингибиторов андрогенного сигнала составила 24 месяца. А вот при назначении таксанов 10,7 месяца. То есть мы задаемся вопросом, что лучше назначать пациентам. И сразу же сами отвечаем, исходя из этого слайда, что действительно назначение ингибиторов андрогенного сигнала показывает лучшие результаты по ответу на проводимую терапию. Следующая группа пациентов, график Б. Отмечаем, что действительно пациент, который имеет мутацию АТМ, БРК1, БРК2, показывают лучшие результаты по медиане общей выживаемости, беспрогрессивной выживаемости у пациентов, которые получают ингибитор андрогенного сигнала, по сравнению с группой пациентов, которые получают таксаны. Но, тем не менее, после проводимой терапии опухоль прогрессирует, и нам нужно выбрать следующую линию терапии. Какое же лечение назначить во второй линии терапии пациентам при метастатическом кастрационно-резистентном раке предстательной железы? И мы обращаем внимание, что имеется достаточно большая группа препаратов, и кабазитоксел, и эбаратрон, и энзалутамид, и радий-223, и алапарий. И отмечаем, что медиана общей выживаемости у пациентов колеблется от 14,9 месяцев до чуть меньше 20 месяцев. И нужно обратить внимание, что в исследовании профан были включены пациенты с наличием мутации в генах репарации. И на самом деле, в зависимости от того, какую схему лечения получал до прогрессии заболевания, мы и выбираем вторую линию терапии пациенту. Давайте посмотрим более подробно результаты исследования. Исследование АФЕРМ продемонстрировало эффективность энзалутамида у пациентов
после при метастатическом кастрационно-резистентном раке предстательной железы после 1-2 курсов химиотерапии. Контрольной группой пациенты получали плацебо. И было продемонстрировано, что действительно увеличится медиана общей выживаемости. По данным, полученным 18,4 месяца составило в основной группе пациентов. Ну и в контрольной группе 13,6 месяца. И обращаю внимание на снижение риска смерти на 37%. И действительно, здесь говоря об этом, нужно отметить, что пациенты назначения во второй день терапии, после химиотерапии, после 1-2 курсов химиотерапии, назначения золотамидов улучшает показатели общей выживаемости. И нужно обратить также внимание на показатели рентгенологической выживаемости без прогрессирования. У пациентов, которые получают антиандроген второго поколения, данный показатель составил 8,3 месяца по сравнению с группой плацебо 2,9 месяца. И нужно подчеркнуть, что снижается на 60% риск прогрессирования по результатам рентгенологического исследования. Исследование Profound. Об этом тоже неоднократно сегодня говорилось, и было отмечено, что в это исследование включены пациенты с метастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы. Были включены пациенты с мутациями генных репараций БРК1, 2, АТМ. И при этом исследователь подтвердил прогрессию на предыдущей гормональной терапии, на лучших гормональных препаратах. Это или на абиратероне, или на золотамиде. Пациенты были включены с функциональным статусом от 0 до 2 баллов. И две группы пациентов было. Группа А, основная и контрольная группа пациентов, и группа Б. В зависимости от того, какие мутации имеются у пациентов. При наличии БРК1, 2 или АТМ пациенты относились к группу А. Группе А. Остальные пациенты в группе Б. И как и следовало, оценивался результат выживаемости без прогрессирования у пациентов, ну и, конечно, объективные обменно проводимые терапии и общая выживаемость, что и требуется во многих клинических исследованиях. Вспоминаем эту таблицу и отмечаем, что из всех пациентов, которые были скринированы, 30 пациентов имели мутацию генных репараций, и они были рандомизированы и начали терапию в этом исследовании. И нужно отметить, что в исследовании Profound Аллапарик продемонстрировал увеличение общей выживаемости и рентгенологической выживаемости без прогрессирования у пациентов с изменением в генах БРК1, БРК2 или АТН. По сравнению с альтернативной терапией по выбору врача, мы обращаем внимание, что действительно при назначении Аллапарика показатель медиана общей выживаемости составил 12,1 месяца по сравнению с контрольной группой 4,7 месяца. Ну и, конечно же, рентгенологическая выживаемость без прогрессирования также была лучше у группы пациентов, которые получают Аллапарик по сравнению с контрольной группой пациентов. Говоря о клинических исследованиях, нужно отметить, что мы лечение пациентов назначаем, исходя из клинических рекомендаций. Нужно отметить, что в клинических рекомендациях указаны и такие препараты, как абиратерон, золотамид и аллапарип для пациентов во второй линии терапии при метастатическом кастрационно-резистентном раке предстательной железы. Позвольте подробно не останавливаться на показаниях к этим препаратам. Есть и кабазитоксел, и радихлорид. И нужно отметить, что даже на второй день терапии рано или поздно опухоль прогрессирует. И в этой ситуации мы тоже задаемся вопросом, что назначать пациентам в последующем, в третьей день терапии. Исходя из того, что какая терапия была назначена пациентам в первой или во второй линии, и выбираем следующую линию терапию. Или же химиотерапию, кабазитоксел, или же ради-223 рассматриваем. Или же другие методы лечения тоже рассматриваем для пациентов. Уважаемые коллеги, спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, я буду рад на них ответить. Уважаемые коллеги, Адель Ильич, тогда заключительное слово, завершающее, наверное, оставим всем нашим коллегам, которые участвуют. Адель Ильич. Конечно, я думаю, надо, в общем-то, довольно-таки интересная тема. Это обязательно нужно развивать. Я еще раз повторюсь, я призываю всех наших коллег из регионов, из центров обратить внимание на тему наследственного рака предстательной железы, да и не только наследственного рака предстательной железы, а вообще на тему наследственных раков. И еще раз огромное спасибо Мурату Гордеевичу, как человеку, который в свое время нас всех вдохновил
вот, создал эту группу татаро-башкирскую, которая так активно начала заниматься этой тематикой. И мы действительно видим сейчас уже первые наши результаты, когда мы выявляем раки на начальных стадиях молодых абсолютно людей, и женщин, и мужчин, и можем в данный момент уже и помочь. У нас доступны опции лечения, препараты доступны для того, чтобы наши пациенты пожили подольше, то есть продлить им жизнь. Спасибо огромное. Спасибо большое, Дальбергович. Марат Гордеевич, в ходе обсуждения у нас... Пару слов добавлю. Во-первых, спасибо всем. И я, Альбертович, об этом же как раз подумал. Я увидел, насколько все-таки вот сейчас в Уфе развита эта тематика и насколько интересные и красивые клинические случаи. Не каждый диспансер, к большому сожалению, может похвастаться вот такой проработанной логистикой и таким пониманием вот проблематики с этой стороны. Так что большое спасибо вам, наши уважаемые уфимские коллеги, и знаете, с вами всегда интересно и работать, и проводить конференции. Еще раз спасибо большое. Спасибо. Айдар Ишадович? Спасибо, что предоставили возможность доложиться, представить клинические случаи. Мы будем стараться выявлять таких пациентов, лечить согласно клиническим рекомендациям. Самый интересный случай представим на других вебинарах. Спасибо большое. Константин Викторович. Да, спасибо глубоко, уважаемые коллеги. Мне все-таки кажется, что здесь основной акцент вот в нашей теме нужно сделать, наверное, на выявление здоровых носителей мутаций родственников пациентов, когда мы с адекватным скринингом могли бы выявлять их на ранних стадиях и уже применять те методы лечения. Ну, такие органосохраняющие, малоинвазивные, когда не нужна системная терапия. И мне кажется, все-таки это очень важная тема на самом деле. Мы все вот должны быть в тренде вот этих данных. Спасибо. Спасибо большое. Рафаэль Фаридович, пожалуйста. Да, добрый, еще раз уже вечер, уже поздно. Хочется только немного знать ваше время. Ну, достаточно интересно прошло. Много ничего интересного рассказали, как бывает. И достаточно прекрасные результаты видно. И всегда приятно, когда в обществе химиотерапевтов есть хирурги, которые постоянно чему-нибудь нас учат и показывают свои возможности, которые сейчас, вот, в принципе, достаточно нам помогают в лечении более эффективно. А с учетом вот этих всех новшеств в отношении того, что в ранней стадии все остальное, то это уже еще больше актуально, потому что нам лечить гораздо проще, когда это все локально. Спасибо всем. Спасибо большое, Рафаэль Фаридович. Позвольте, я тоже поблагодарю, во-первых, нашего руководителя Адальберовича, под его руководством все эти работы проводим. Он нас вдохновляет и поддерживает. Спасибо Марат Гордеевичу, Рафаэль Фаридовичу, что вы всегда с нами, всегда помогаете и анализируете полученные результаты. И всей нашей команде Эдар Ишадович, Константин Викторович, большое спасибо. Уважаемые коллеги, позвольте поблагодарить всех участников сегодняшнего мероприятия.